людей у нас с микрофонами. Вот, чтобы мне понимать, если у кого-то есть микрофон, напишите «есть». Если нет микрофона, то напишите «нет». Поскольку я все-таки планирую как-то активно взаимодействовать с вами, поэтому я вам всех предупреждал, что желательно, чтобы он был. Вот, и может быть, вам сегодня он потребуется. Так, Татьяна есть, Анастасия есть, Павел есть. Евгений нет, Владимир есть. Так, 4 человека у нас с микрофонами есть. Ну, в общем-то, так, Сергей есть. Ну, так, все. Ну, в общем, будем рассчитывать на то, что сегодня сможем как-то пообщаться. Значит, давайте еще я себе позволю здесь задержаться, чтобы мне вам не говорить лишнюю информацию. Напишите, пожалуйста, в чате, так сказать, какой из этих этапов для вас вообще не представляет сложностей? Ну, то есть вы об этом уже все знаете на 100%. Например, звонить по телефону и устанавливать контакт, вы в этом профи. И поэтому мы тогда не будем на это особо заострять внимание. И какой... это первый мой вопрос. Значит... напишите, что для вас вообще неинтересно. То есть вы уже в этом 10 лет как звоните по телефону, сделали 1 миллион звонков, и поэтому напишите, что для вас самое простое, если это есть. И второй вопрос, опять же, по этой программе. Что из вышеперечисленного для вас представляет, как это сказать, наибольшие сложности? То есть чему мы с вами хотели бы уделить сегодня основное внимание? Так, Владимир говорит, все интересно, Анастасия, все интересно. Так, так, что у нас с остальными людьми-то? Евгений, все интересно, все важно. Я просто боюсь попасть в ситуацию, что я сейчас буду вам рассказывать какие-то базовые вещи, и вы, наверное, может быть, уже их знаете. Вот Владимир говорит, самое простое, назначить по теплому кругу встречу, да? Так, так, Наталья все ново. Вот, ага, понятно. Поэтому будем по холодному кругу, значит, Владимир, назначать встречи в сегодняшнем занятии. Так, Татьяна у нас специалист, ну, интересно. Постановка цели, наверное, самая сложная. Так, ну, на самом деле, это самая легкая, ну, да ладно. Ладно, тогда идем по стандартной программе, уделяем внимание всему. Что вам необходимо вообще понимать с клиентами? Да, я уже частично этого вопроса касался на прошлом занятии. И еще раз коснусь на этом занятии. Значит, весь цикл работы, он строится следующим образом. Если кто-то еще это не осознал. Первое. Вы должны определить список клиентов. У каждого клиента в вашем списке должен быть телефон. Если у вас телефона там нету, работайте над тем, чтобы этот телефон у вас там появился. Желательно мобильный телефон, но можно и рабочий, если вы туда или домашний, можете дозвониться. Что делают некоторые начинающие финансовые консультанты, особенно те, кто работают по знакомым, друзьям, каким-нибудь одноклассникам, одногруппникам своим бывшим, они начинают писать письма и рассказывать о том, что они финансовые консультанты, и продавать продукты по e-mail. Вот это, друзья, делать ни в коем случае нельзя. Поэтому, прежде чем начинать вообще какие-либо продажи и что-либо делать, у вас должен быть имя, фамилия человека, имя человека и его телефон. Вот в этом списке. Никаких других вариантов быть не может. Если у вас телефона нету, вы пишете клиенту своему потенциальному письмо, где просите в случае, соответственно, какую-то, может быть, не знаю, там, делаете, закидываете удочку какой-нибудь, цепляете вопрос и просите у него этот телефон. Когда вы получили телефон, и никак иначе, вы, естественно, звоните и назначаете встречу. Правила здесь очень простые. Сегодня мы с вами минут 15-20 уделим этому моменту назначение встречи по телефону. Но единственная цель этого звонка, да, вот тут, я не знаю, насколько видно, я, к сожалению, буду все переделывать.
вот эти слайды. Но тут написано, что цель этого цикла — договориться о встрече. Никаких выявлений потребностей, никаких презентаций компаний, никаких рассказов о продуктах. Здесь ничего быть не может. Вот единственная цель этого звонка – это человека вытащить на встречу. Любая продажа, она делается при встрече. Опять же, мои финансовые консультанты так не делают, но я слышал истории, то, что некоторые агенты в компаниях начинают, садятся на телефон и давай продавать людям, соответственно, продукты по телефону. Вот в беседе это никаким образом не продается. Есть другой формат, чтобы вам тоже не понимать меня буквально, есть некий такой, да, там, встреча может быть телефонной, на самом деле. Встреча может быть даже по скайпу. Я, когда начинал, я умудрялся продавать в другой город страховки, инвестиционные планы по скайпу. Но как это делается? То есть человек пишет мне письмо. Уважаемый Константин, ну там друг мой был, соответственно, какое-то проявление интереса, да, к тому, чем я занимаюсь. Что дальше? Дальше нужно с человеком голосом пообщаться. И поэтому я ему звоню на телефон, прям беру в руки телефон, набираю его номер, несмотря на то, что в другом городе, 2-3 минуты можно, соответственно, с ним пообщаться. Звоню и выясняю, что и как, и зачем, и почему. Объясняю, что чтобы все вопросы решить, ответить на все вопросы, которые возникнут, нужно нам с тобой договориться о встрече. И поэтому мы договариваемся о конкретном времени встречи в интернете по скайпу, и обговариваем, соответственно, все условия дальнейшего взаимодействия. Поэтому это очень важно. Встреча, конечно, лучше, если будет это личная, но это может быть и не личная встреча, если вы находитесь в разных городах. Если вы находитесь в одном городе и можете приехать, то это исключительно личная встреча. Далее, следующий цикл – это ваша встреча с клиентом. Вот сегодняшнее наше занятие, собственно, этому и посвящено. Тут у этой встречи много разных задач. Одна из них выявить потребности, другая узнать о клиенте. Но суть в том, что эта встреча посвящена тому, что ваша задача как можно больше узнать о клиенте на этой встрече. Сегодня мы этим будем заниматься. И когда вы все узнали о клиенте, узнали, что ему нужно и что вы можете ему предложить, примерно представили, вы тогда уже проводите с ним вторую встречу и на второй встрече закрываете сделку, если у вас все успешно сложилось. Если у вас это не получилось, клиент уехал в отпуск, то фактически вам все заново нужно проводить по второму кругу, по циклу. Значит, второй встречи мы сегодня заниматься не будем, и нам бы разобраться с вами с первой встречей. Это что касается технологии. Никакой здесь другой цепочки быть в принципе не может. Обычно за первую встречу что-то и продать сразу продукты достаточно сложно, ну, по крайней мере, разве что НПФ можно подписать на ходу. Но обычно все-таки для того, чтобы с клиентом грамотно пообщаться, первая встреча обычно уходит на это. И есть некий цикл продаж. Те, кто в продажах специалисты, они знают. Те, кто начинающие, то вы должны знать, собственно, цикл продаж. Тут не очень хорошо видно, поэтому записывайте, я вам буду прям по порядку диктовать. Первое, что в продажах важно, это установление контакта. Ну, установление контакта – это такое эфемерное, расплывчатое понятие. Смысл в том, что вам, в принципе, с клиентом нужно наладить какие-то отношения, войти к нему в доверие и вообще расположить его к себе, расположить его к компании, подготовить его, настроить его на работу. И поэтому нельзя сразу приходить и человеку рассказывать про его проблемы. Для этого нужно установить с ним контакт. Второе. В цикле продаж очень важный этап, который называется выявление потребностей. Выявление потребностей – это фактически понять, что человеку необходимо, чем он живет, где у него болит, что у него горит. И таким образом, выявив потребности, вы только после этого этапа имеете право двигаться дальше.
Если вы это пропускаете, то шансы ваши на закрытие сделки, они, конечно, есть, но они значительно уменьшаются. Да? То есть некоторые агенты могут, конечно, взять своего клиента настойчивостью, напористостью и на эмоциях, но тем не менее, следующий, третий этап – это презентация решения. Презентация решения – это когда вы уже рассказываете о продуктах, рассказываете о компании, делаете разные расчеты и презентуете какие-то предлагаемые решения. Значит, вот последовательность презентации только после выявления потребностей, никак иначе. Четвертый этап, совсем не видно, но записывайте, это работа с возражениями. На самом деле, работа с возражениями, возражения это отлично, если они появляются, это значит ваш клиент действительно хочет купить вашу программу, но при этом имеет какие-то вопросы. И если они у клиента появляются, то вы с ними, соответственно, должны уметь работать. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Это ваша вообще задача на ближайшие полгода учиться с этим работать, поскольку возражений очень много, есть стандартные, есть нестандартные. Но суть в том, что вот этот этап, он на самом деле, может быть, тут не совсем верно стоит. Я, к сожалению, не могу это нарисовать, как это могло бы быть на флипчарте. Но работа с возражениями вообще на самом деле идет по ходу всей пьесы. То есть возражения могут быть на телефонном звонке, возражения могут быть на первой встрече. Только вы пришли к клиенту, и вам сразу вопрос кинули. Собственно, все страховые компании не выплачивают вознаграждения, не выплачивают выплаты своим клиентам. И вот вам с этим возражением нужно уже работать с самого начала. Поэтому еще вы контакт не успели установить. Вам уже кинули возражение, что был тут у нас один страховой агент, и такой нам насчитал. И вот вам с этим нужно уметь работать. Поэтому работа с возражениями идет по всему циклу, начиная с самого начала контакта. Если они есть, это хорошо. Вы их отрабатываете, и в конце тогда у вас этих возражений нету. Вот. Но стоит вам вступить в противоречие с клиентом, начать показывать ему свою точку зрения, то вы имеете высокую вероятность того, что вы попадете на собственное это возражение. Стоит вам неверно выявить потребности и давать решение, то вы сразу попадете на возражение. Таким образом, сделка, она, вероятность закрытия будет снижаться. При хорошей работе, ну, по крайней мере, по моему опыту, в конце у клиента вообще никаких возражений не возникает. Поэтому, если вы качественно провели выявление потребностей в презентацию, то возражений у клиентов нету. Вот, то есть этот этап, он очень быстро проскакивается. И, собственно, чем быстрее вы его проскочите, тем больше будете пробовать закрывать сделку. Закрытие сделки – это подписание договора, взятие денег и, соответственно, оформление всех документов. Об этом мы с вами, значит, будем говорить уже на следующей неделе. Но закрытие сделки – это такая, значит, штука, которая не происходит сама по собой. То есть многие консультанты считают, что если они все клиенту рассказали, все клиент согласен, доволен, собственно, и все отлично, только каждый ждет. Клиент ждет, пока финансовый консультант что-то начнет делать, какие-нибудь документы оформлять, а консультант ждет, пока клиент скажет, ну давай же, консультант, уже давай, соответственно, что-то оформлять. Ну, клиент человек воспитан, он вас подгонять не будет, и, скорее всего, уйдет ни с чем, если вы ему так и не предложите подписать контракт. Поэтому хорошие консультанты предлагают, как минимум, ну, продавцы, три раза в течение разговора эту сделку закрывать, плюс еще подводят в процессе разговора к тому, что документы должны быть подписаны и сделка должна состояться. И есть много техник на эту тему. Поэтому закрытие сделки – это такая же важная часть, как выявление потребностей. Поэтому в этом цикле на самом деле все важно, но есть две особо важные вещи. Это закрытие сделки и выявление потребностей. А вот все остальное – презентация, решение, работа с возражениями, на мой взгляд, это, скажем так, выучите продукт, ну, будете хорошо про него рассказывать. Возражения клиентов, они
снимаются либо уводом в сторону, либо какой-то аргументацией с обращением к законодательству и к разным-разным другим вещам. Поэтому вот весь этот цикл. Скажите, пожалуйста, кто вот из нашей аудитории никогда не вообще не встречался с циклом продаж? Есть такие люди, которые вообще не знали это до этого? Или все знали? То есть, опять же, я, может, какую-то Америку открываю. Просто интересно, насколько для вас это ново. Что есть вот такой цикл. Сначала потребности, потом решения, и потом еще закрытие сделки. Так, основы знакомы. Сегодня мы с вами чем будем заниматься, да? То есть сегодня еще раз мы с вами занимаемся первой встречей. Сегодня мы, ну, назначение встреч тоже мы с вами занимаемся. И сегодня мы с вами занимаемся вот этими двумя. Все, что за рамками этих квадратиков, это все уходит на вторую встречу. И поэтому презентация решение это на второй встрече. Работа с возражениями это может быть и на первой встрече, но возможно и на второй встрече. И закрытие сделки это тоже на второй встрече. Так что сегодня мы с вами, чтобы вы понимали, находимся вот здесь. Вот. Поэтому давайте с вами начнем сначала. Того, что мы должны позвонить нашему дорогому клиенту. Мы уже выбрали нашего клиента, нашу жертву. И он еще ничего не подозревает. Мы ему хотим какое-то личное финансовое планирование предложить. И наша с вами задача довести его до того, как он у нас что-то купит. Он даже еще не догадывается о том, что мы ему хотим что-то продать. И поэтому первое, что вы делаете, вы, соответственно, должны иметь у себя определенный сценарий, скрипт разговора с клиентами. В целом и общем, алгоритм назначения встречи, он следующий, который вы видите на экране. Ну, само собой, надо поприветствоваться, представиться самому, представить компанию, спросить, удобно ли человеку сейчас разговаривать. Далее, очень важный момент, вы должны объяснить человеку, зачем вы вообще ему звоните. Ну, по крайней мере, это касается и особенно холодного круга, и это касается ваших друзей, когда вы с ними поговорили о том, о сём, о погоде, о своих каких-то насущных проблемах, и вот теперь ты переходите к делу, а вот теперь ты, дорогой, я тебе скажу, зачем я вообще тебе позвонил. И какая цель звонка? Я вам только что говорил, цель звонка – это назначить встречу. Никакой другой цели нету. Цель звонка – назначение встречи. Назначение встречи – это ваша цель звонка. Поэтому вы так и говорите. Дорогой друг, вообще-то я звоню тебе, чтобы с тобой встретиться. Да, если хотите, еще сомневаетесь, то можете предложить встретиться, чтобы это звучало более мягко. Если уверены в том, что этот человек просто нуждается в ваших услугах, то прям так и говорите – давай с тобой встретимся, и я звоню, чтобы договориться с тобой о времени и месте. Кроме этого, мы не, опять же, как в некоторых сетевых компаниях учат, никаким образом не скрываем вообще, что мы чем мы будем с ним заниматься, поэтому вы должны очень четко понимать вообще, чем мы занимаемся. То есть представить тему, услугу, которая будет обсуждаться на встрече. И вот теперь, дорогие мои ученики, да, позволю себе вас так назвать. Напишите, пожалуйста, мы как финансовые консультанты, какую же услугу мы с вами, так сказать, предоставляем нашим клиентам. Напишите, пожалуйста, в чате, что мы вообще с вами делаем. Так, мы делаем личное финансовое планирование. У кого какие еще мнения на этот счет? Так, Татьяна, продаем инвестиционные услуги. Это можно узнать, что такое инвестиционные услуги? Повышаем финансовую грамотность, решаем, что не так с личным бюджетом. Предлагаем воспользоваться той или иной страховкой.
Значит, друзья, видите, сколько людей, столько и мнений. Вот теперь, пока вы продолжаете писать, пишите, пишите. У меня к вам вопрос. Вот звоню я вам 3 года назад. Вы еще знать не знали про личное финансовое планирование, про какие-то страховки. Да, и говорю, да, дорогой друг, давай-ка мы с тобой встретимся, мы тебе сделаем личное финансовое планирование. Что вы на этом месте чувствуете? Ну, я бы почувствовал что-то непонятное, что такое личное финансовое планирование. Ирина, соответственно, звоню я Ирине и говорю, давай-ка я тебе финансовую грамотность повышу. Вот, то есть это что значит? Это значит, что вы человека заведомо принижаете, называете его финансово безграмотным, и при этом себя ставите выше, говорите, что вы финансово грамотным, предлагаете ему эту финансовую грамотность его повысить. Ну, я опять же не знаю, как вы это будете предлагать, но если предлагать так, как я это сказал, то, соответственно, тогда у человека сразу возникает отторжение, скорее всего. Кто-то звонит, предлагает инвестиционные услуги. Ну вот у меня это вызывает большие вопросы, что это такое. Поэтому, извините, а где мои деньги? Мне нечего инвестировать. Инвестиции это для людей от миллиона долларов, которые имеют, поэтому звонить кому-нибудь другому. Наталья сразу переходит к делу. В бой предлагаем воспользоваться той или иной страховкой. Отлично, друзья мои. То есть это вы переходите к презентации вашего решения. Вы уже какой-то страховкой человеку предложили воспользоваться. Нафига она им нужна? Так, Руслан, у нас что-то неправильно понял вопрос. Мы, собственно, обсуждаем, какую услугу мы предлагаем клиенту. Поэтому единственный верный ответ дал Сергей. Поэтому, кто рядом с ним сидит, скажите ему огромное спасибо. Мы, друзья, с вами финансовые консультанты. И финансовый консультант, он финансово консультирует. Ничего другого он не делает. Поэтому мы предлагаем услуги финансового консультирования. И это единственная вещь, которую мы с вами делаем. Мы, как страховые агенты, не предлагаем страховки жизни, не предлагаем какие-то услуги, соответственно, связанные с инвестициями. Мы предлагаем услуги финансового консультирования, да, или финансового консалтинга. Поэтому в эти вопросы, в услуги финансового консультирования, что входит? Да, понятное дело, что туда входит личное финансовое планирование. Но личное финансовое планирование для человека, который первый раз об этом слышит, звучит так же загадочно, как и консультирование. Значит, личный бюджет – это тоже входит в услуги финансового консультирования. И поэтому вам что важно донести до человека? Вам важно в телефонном разговоре конкретно и четко объяснить ему, что вы консультант, то есть вы консультируете. И ваша услуга называется «финансовая консультация». Далее, вы должны, поскольку человек, он, скорее всего, не понимает, что это такое, но только если вы до этого не потратили час с ним на беседу и рассказ о том, что вы теперь в новой компании, что вы вас там всему научили, что вы теперь финансовый консультант, что в США таких людей много, в России пока мало, вот я теперь развиваю новую профессию и делаю такие-то такие вещи. Вот если вот это кто-то донес до него, до вас, или вы это донесли до этого, то вы просто звоните, говорите финансовое консультирование. Возможно, он был на семинаре, вот Ирина проводит семинары, я провожу семинары, поэтому так или иначе люди читают книги, может быть, он читал книгу Владимира Савинка, слышал, что такое личное финансовое планирование. Поэтому если вы это заведомо знаете, что человек понимает, о чем вы говорите, то вы тогда не расшифровываете этот термин. Если вы понимаете, что он не понимает, то тогда вы все равно это говорите и смотрите на реакцию человека. Значит, если у него этот вопрос все окей, все хорошо, то тогда переходите к следующему пункту, предлагаете встретиться и, значит, назначаете дату, время, место встречи. Ну, обычно все-таки людям требуется некая расшифровка. Значит, чтобы это дело расшифровать, вы должны перевести это дело не в ваши продукты, которые вы продаете, страховки, инвестиции, там, финансовая грамотность, там, что-то еще, да. Ваше дело это перевести в слова, понятные для клиента.
Вот. И я вам сейчас напишу, дам очень важный слайд, который на самом деле мало кто вообще его использует. Но человеку обычно важна не инвестиция. Человеку обычно его, например, важна его семья, да? Его дети, жена. Иногда люди хотят заработать. Иногда люди хотят сэкономить. Некоторые люди заботятся и относятся к этому очень важно, к здоровью и спорту. Некоторые люди ориентированы на престиж и статус. Некоторые люди ориентированы на положительные эмоции, некоторые люди ориентированы на спокойствие, возможность не беспокоиться, да, то есть вы только отстаньте от меня, там, давайте вашу страховку, и уже, как бы, я пошел, вот, упадет кирпич, все будет отлично, будут деньги, не будет никаких проблем. Это ценности человека. К телефонному разговору это имеет мало, я вам просто сейчас заранее даю этот слайд, чтобы вы себе это, у вас это отложилось. И ценность человека это то, что фактически может перебить любую цену любой страховки и очень помогает в продажах, если вы это используете. Поэтому есть подход простой. Вы и мы с вами работаем в пирамиде уверенности семьи. И мы с вами решаем какие-то задачи клиента. Да, если мы говорим о семье, что мы решаем? Мы решаем вопрос накоплений на образование ваших детей. И поэтому, когда мы звоним клиенту, и если это клиент с теплого круга, и если мы заведомо знаем, что у него есть семья, у него есть дети, его детям 5 и 10 лет, и он от них очень заботится, очень-очень-очень заботится, то есть очень он привержен семье, то значит мы в телефонном разговоре, это только для тех людей, про которых мы что-то знаем, можем нашу фразу построить следующим образом. Дорогой Иван Петров, дорогой мой друг, я вижу, у тебя подрастают дети, да, такой комплимент человеку сделать, хорошие дети. Вот я сейчас занимаюсь услугами финансового консультирования, в рамках которых планирую, могу помочь тебе спланировать накопление на твоих детей. И вы говорите ту выгоду, которую получит клиент применительно к его ситуации. Если ваш человек, например, действительно очень азартный человек и все стремится больше зарабатывать, и нет у него семьи, или даже если семья есть, он все время проводит на работе. Вы тогда звоните ему и говорите: «Дорогой Иван Петров, ты знаешь, я сейчас занимаюсь финансовым консалтингом в компании Триофинанс и помогу тебе составить личный финансовый план, благодаря которому ты сможешь заработать деньги на инвестициях, как пример». Или другой вариант. Если человек, например, экономит, и, так сказать, покупает не Мерседесы, а покупает отечественные автомобили или покупает подержанные иномарки, вы про него это тоже знаете, вы тогда звоните ему и говорите: «Дорогой Иван Петров, ты знаешь, я вот очень рад, что ты купил себе новую машину». Ну, естественно, не говорите ему, что она там подержанная, не подержанная, для него она новая. Ты знаешь, я сейчас занимаюсь финансовым консалтингом, и кроме этого, давай с тобой встретимся, я помогу тебе оптимизировать твои другие траты, составив тебе личный финансовый план». Единственное, что вы все-таки, как бы, оптимизация бюджета, это для людей, которые имеют с этим проблемы. В основном мы занимаемся долгосрочным планированием, и это наша основная услуга. Вот, в конце концов, если это ваш друг, вы можете предложить просто встретиться и пообщаться, и хорошо провести время, заодно что-то, соответственно, какие-то важные вопросы решить. Это для тех людей, которые ориентированы на положительные эмоции. Если ваш человек ориентирован, например, на престиж или статус, да, то вы тогда, естественно, делаете акцент на этом и звоните и говорите, что: «Ты знаешь, дорогой клиент, у меня сейчас новая работа, я сейчас финансовый консультант в крупнейшей компании Триофинанса. Среди наших партнеров надежные и престижные компании, услуги которых мы предлагаем. Поэтому давай мы с тобой встретимся и
подберем тебе наиболее самые лучшие предложения, да, чтобы у него там от его гордости все было очень хорошо. Если вы ценности клиента не знаете, ну, это, скажем так, очень сложно отследить в начальном этапе, то говорите проще. То есть, если у человека есть дети, вы просто делаете акцент на его детях. Если у него есть какие-то цели жизненные, то вы тогда все-таки что-то подбираете так фразы, чтобы его заинтересовать. Если вы вообще человека не знаете, то вы тогда перечисляете 2-3 каких-то момента, которыми вы занимаетесь. Да, фактически по тому же самому сценарию. Что это может быть? То есть обычно формулировка, которую мы приходим со всеми моими финансовыми консультантами, с которыми составляем скрипт разговора. Она звучит следующим образом. То есть, возвращаясь к нашей цепочке по назначению встречи. То есть, привет-привет. Там, как дела, все эти этапы проходите. Ты знаешь, я вот сейчас работаю в компании Triofinance. Компания Triofinance – это компания, которая предоставляет услуги личного финансового консалтинга, и я являюсь независимым финансовым консультантом. Тебе сейчас удобно разговаривать, спрашиваете? Человек говорит, да. Ты знаешь, я звоню тебе, чтобы назначить встречу, и эта встреча будет посвящена финансовому консультированию и долгосрочному планированию, в рамках которой мы с тобой можем обсудить следующие вопросы. Если у человека есть дети, как твоих детей отправить в достойный, хороший институт? Ты же, ну, для этого, то есть человек может подвести к тому, что для этого понадобятся деньги, и я помогу тебе спланировать эти вещи. Возможно, ты откладываешь деньги на будущее, мы с тобой также сможем подобрать финансовые инструменты для твоих долгосрочных целей и ответить на все интересующие тебя вопросы. Далее, предлагаете клиенту вилку, тебе было бы удобно встретиться со мной там завтра в 5 часов или послезавтра в 6 часов, договариваетесь о времени, договариваетесь о месте, и в конце говорите такую фразу: ну, если человек знакомый, то знакомый, если не знакомый, то запиши мой телефон, если у тебя что-то изменится, пожалуйста, позвони. Все, таким образом строится диалог. Само назначение встречи по телефону, оно занимает не более чем 2-3 минуты. То есть вам нельзя больше, чем 2-3 минуты здесь клиента, так сказать, мурыжить. Цель — договориться о звонке. И все. Дать какие-то понятные формулировки клиенту. И что еще важно? Важно, что в процессе у вас могут возникнуть различного рода возражения. Да, возражения. То есть, как работать с возражениями? То есть, если клиент ваш, собственно, задается какой-то вопрос, а что такое финансовое консультирование? Ну, вы тогда ему поясняете. Поясняете, что это вот включает в себя это. Далее. Если клиент, вы все это ему сказали, и он вам говорит: ой, мне это неинтересно, да, то это вот вам такое возражение кидает. То вам нет необходимости пытаться, так сказать, спорить с клиентом, и ваша задача, еще раз повторяю, вытащить его на встречу. И поэтому, чем больше вы скажете лишней информации про страховые компании, про инвестиции, про какие-то деньги, тем больше вы получите сразу каких-то возражений клиента, потому что он сразу вспомнит, как его кинула одна страховая компания, как ему кредит сейчас оплачивают, нужно каких-то денег у него нету, и то, что он вообще уезжает в отпуск, и некогда ему с вами встречаться. Поэтому минимум информации дает вам минимум возражений. Но если вам все-таки возражение какое-то кинули, например, у меня нет, ну или скажем так, ты знаешь, у меня сейчас нету денег, поэтому вот извини, я давай с тобой пока не готов встречаться. Вы тогда что делаете? Есть стандартная техника, она заключается в том, что вы должны к этому возражению клиента присоединиться. Что это такое, я сейчас объясню. И, соответственно, возвратить вашего клиента обратно к тому, чего хотите вы. Ваша задача — вытащить его навстречу. Вот. Поэтому вы что говорите? Вы говорите либо из своего опыта, либо из опыта любых ваших клиентов, знакомых, друзей, примерно следующую формулировку. Если клиент говорит: у меня нет денег, да, то
вы присоединяетесь к нему следующей фразой. Ты знаешь, дорогой друг, все мои клиенты, с которыми я работал, у них тоже не было денег. Но после работы со мной и оптимизации их личного бюджета, чем мы, собственно, и занимаемся, ты знаешь, у них появились эти деньги. И что самое интересное, они выбрались из кредитов и теперь инвестируют. И дальше ваша задача, сказав эту фразу, фактически вы не противоречите клиенту, вы просто привели другую точку зрения. Причем другую точку зрения, выгодную вам. Вы возвращаете собеседника к вашей цели, возвращаете к вашей цели путем задавания ему альтернативного вопроса. Альтернативный вопрос, который подразумевает два варианта ответа и никаких других больше. Тебе было бы удобно встретиться в среду в 5 или в четверг в 6? Альтернативный вопрос заставляет клиента думать не о том, встречаться с вами или не встречаться. Альтернативный вопрос заставляет клиента думать, встречаться с вами сегодня или встречаться с вами завтра. И поэтому эти вопросы – это жесткая техника назначения встреч, она работает с малознакомыми людьми. Вот единственное, что ее нужно очень аккуратно применять, если это ваши, так сказать, близкий круг, и вы с ними и так можете договориться встретиться, да, и они у вас не плавают в том, что надо с ними встречаться или не плавают, вы, конечно, можете договариваться, как вам в душе будет угодно, но если вы чувствуете, что у человека есть какое-то сомнение, то в этом плане нужно, соответственно, с ним быть достаточно деликатным, но жестким в плане, соответственно, работы с возражениями. И таким образом, еще одно правило, что телефонный звонок, он говорится практически нон-стоп, безусловно, с паузами, но ваша задача как можно меньше давать говорить вашему собеседнику. То есть вы высказали то, что вы должны сказать, приветствие о компании, о себе, обозначили цель звонка, представились, сказали, чем будете заниматься на встрече. После этого задали вопрос и ждете ответа. Вопросы задаете только те, которые вам нужны. Ничего другого здесь делать не нужно. Ни в коем случае не рассказывать про компанию, не рассказывать про продукты, не рассказывать про услуги. А на все эти вопросы я обычно отвечаю. Эти вопросы требуют длительного ответа. И вот мы с тобой встретимся и все на встрече обсудим. Поэтому на любой вопрос клиента вы отвечаете, мы с тобой встретимся и все вопросы обсудим лично. Да? Не пытайтесь ничего продавать по телефону. Поэтому насколько вам какие есть вопросы по технике? То есть не по технике, а вообще по звонку. По звонку. Итак, друзья, ну давайте тогда мы с вами сейчас, поскольку у нас телефонный звонок занимает 2-3 минуты, да, то мне нужно от вас два добровольца, чтобы, соответственно, сейчас попробовать как-то это продемонстрировать и указать какие-то, может быть, дать вам обратную связь. Есть два типа разговора. Разговор для друзей и разговор для холодного круга. Вот, поэтому для незнакомых людей это мы для Владимира оставим задание. Если в нашем чате среди Татьяны, Павла и тех, у кого есть микрофон, два человека, которые друг друга знают. Дайте, пожалуйста, знать, и мы сейчас с вами попробуем. Я вам дам микрофоны, два микрофона дам, и вы тогда попробуете это проиграть, чтобы это было понятно всем остальным. Так, Сергей Неполадки с микрофоном. Друзья, у кого работает микрофон и кто хочет попробовать это проиграть?
Друзья, давайте, не тяните время, напишите в чате, нужно всего два человека. И потом еще два человека, поэтому пока вы определяетесь, мне нужны два человека, которые друг друга знают, и с микрофонами. Владимир спрашивает, есть ли возражение о том, что эта консультация, наверное, дорога? Ну, я вам сразу предлагаю, так сказать, вы приглашаете человека не на консультацию, а на встречу. На встрече вы знакомитесь с человеком и рассказываете ему, скажем так, ну не то, что рассказываете ему, а вы говорите, что на встрече мы обсудим вашу ситуацию, ну а вы заодно познакомитесь с теми услугами, которые мы предлагаем. Если вас они заинтересуют, то, соответственно, все вопросы финансовые мы с вами обговорим. Я вам не рекомендую вообще этот вопрос цены поднимать, не говорить, что это бесплатно, и вы просто предлагаетесь встретиться. Но если очень клиент спрашивает, скажите, что первая встреча, она всегда проводится бесплатно, ну, впрочем, как и последующие тоже. Значит, итак, Татьяна, я знаю, что у вас есть микрофон. У вас есть кто-нибудь, кого вы знаете? Так, Владимир, Татьяна. Владимир и Татьяна, давайте тогда я вас попрошу, как знающих друг друга людей, соответственно... Наталья, а у вас есть микрофон? Наталья Терещенко, вы готовы попробовать себя в качестве... Так, у Натальи нет микрофона. Так, ну давайте тогда я попрошу Владимира Малянова и Татьяну Кузакову. Сейчас я вам включу микрофон. И ваша задача будет друг другу позвонить. Этот процесс должен занять не более чем 2-3 минуты. И... Соответственно... Татьяна будет клиентом, Владимир будет консультантом. Так, Владимиру микрофон я дал. Владимир, попробуй что-нибудь сказать. Владимир, я вам дал микрофон. Павел предлагает сделать звук потише, чтобы не было эха. Ну вот мы слышим телефонные звуки от Владимира, но не слышим звука Владимира. Так, а Татьяна что-то не получается. Владимир, если вы пробуете говорить, но ничего не слышно, да? Странно. Очень странно. Так, ладно, друзья, значит, к сожалению, я вынужден этот тогда процесс, наверное, так сказать, оставить на ваши домашние задания, поскольку, видите, у нас технические, значит, сложности, с одной стороны. С другой стороны, все либо без микрофонов, либо те, кто с микрофонами, не могут с ним разобраться, либо не хотят... пользоваться, но здесь есть у вас возможность получить обратную связь, да, ваше право пользоваться этим или не пользоваться. Значит, так, Руслан говорит, нужно микрофон включить именно в классе. Так.
Так, ну у меня-то да, у меня Руслан работает. Ладно, едем тогда с вами дальше. Значит, вам тогда домашнее задание. Задание первое. Вам нужно будет составить, соответственно, шаблон разговора для друзей. Да, шаблон разговора для друзей. То есть некий скрипт, прям написать, взять чистый лист бумаги и составить скрипт разговора для друзей. И второй ваш скрипт, это будет скрипт И разговора составить для скрипт незнакомых разговора для людей. друзей. Вы должны понимать, что стиль общения с малознакомыми людьми и с друзьями, он несколько отличается. Ваша задача будет этот скрипт прочитать своим родственникам, друзьям. Лучше всего встретиться с вашими партнерами, руководителями. Это можно сделать в скайпе или по телефону. В конце концов, самый идеальный вариант набрать им телефон и сказать: «Дорогой друг, вот я тебе сейчас буду зачитывать мой текст». Ну, не зачитывать, а беседовать с тобой, да, и пытаетесь, соответственно, все это дело отработать. И для знакомых людей, и для незнакомых людей. Поэтому ваше домашнее задание будет его это написать и проверить, как он звучит на людях. Значит, ваш, соответственно, коллега, что он делает? Он оценивает вас по следующему шаблону. То есть есть некий шаблон, в котором, собственно, вы отрабатываете этот скрипт. Да? Если вы представились, то значит ваш коллега ставит галочку «Представился», да? Консультант. Если консультант представил компанию, ну, упомянул, что он не сам по себе консультант, а он, что в компании Триофинанс работает, сотрудничает, то значит ставит галочку. Спросил, удобно ли разговаривать. Если вы это не забыли сделать, может быть, человек там в машине едет, то ставите галочку. Сформулирована ли цель звонка? Да, цель звонка – назначение встречи. Либо да, либо нет. Представлена услуга в том ключе, в котором мы с вами говорили. Далее. Естественно, с вами будет охотнее встречаться человек, если вы найдете ту точку, ту красную кнопку, на которую ему нажать. Поэтому, если он сегодня обеспокоен своей новой машиной, ну, в конце концов, предложите ему, что вы сейчас, соответственно, не знаю, там, ну, машины пока для регионов у нас не очень актуально, но если бы это была Москва, то застраховать ее, если он там, соответственно, обеспокоен, куда вложить деньги, то предложить ему вложить туда, куда самое лучшее место, и таким образом вызвать интерес у человека. Назначено время и дата встречи конкретно, чтобы потом уже не перезванивать и ничего такое не делать. Использовались ли вилка в вопросе? Вилка – это альтернативные вопросы. Все вопросы сняты, клиент все доволен, все понял. То есть вы ответили на все вопросы. То есть если вам клиент какие-то вопросы задает в телефоне, вы должны очень коротко на них отвечать. И, соответственно, отрабатывали ли вы по технике работы с возражениями? То есть вспоминали какой-то свой опыт или опыт ваших знакомых клиентов, когда вы были на месте клиента. Ты знаешь, 2 года назад я тоже не знал про финансовый консалтинг, ничего. Вот, а потом, как начал заниматься, понял, что это нужно всем, и тебе в том числе. Поэтому давай с тобой встретимся, и это обсудим на месте, да? Тебе когда будет удобно? Тогда-то или тогда-то? Если это малознакомые люди, оставили свой телефон и обговорены условия встречи. Касательно условий встречи, я вам тут могу дать следующие рекомендации. То есть вам необходимо всегда делать так, чтобы с клиентами встречаться в атмосфере, располагающей к консультациям. Что это значит? Если это офис, там, где все работают, вы клиенту говорите, вашему будущему: «Дорогой друг, значит, это минут». Да, ориентируйте его на то, что она, в принципе, не займет много времени. Наша встреча с тобой не займет много времени, 30-40 минут. Ну, по крайней мере, для незнакомых людей, для знакомства это нормально.
Другой вопрос в том, что если клиент вам потом на встрече, эта встреча затянется дольше, то вы можете 1,5 часа разговаривать. Но когда вы звоните человеку, не нужно его ориентировать на то, что это будет долго. Потом еще будет вторая встреча, еще третья встреча и т.д. и т.п. Когда вы назначаете встречу, вы предлагаете встретиться, познакомиться, обсудить все вопросы вашего потенциального клиента. Поэтому скажи, пожалуйста, вот у тебя будет время для того, чтобы выделить это время, 30-40 минут на встречу. И поэтому вы должны обговорить, что эта консультация, она подразумевает не на ходу, значит, беседу, а вполне 30-40 минут, если это офис, значит, с переговорами. То есть должна быть какая-то переговорная. Если вы встречаетесь на нейтральной территории, то старайтесь выбирать такое место, где нету назойливых официантов, обеда, ужина и, соответственно, чем меньше отвлекающих факторов, тем лучше. Я, например, с клиентами принципиально не встречаюсь ни в кафе, ни в ресторанах, потому что они обычно едят, и половина информации, которую я им даю, они проглатывают вместе с едой. Поэтому идеальный вариант это в конце, ну вот в Москве у нас есть бизнес-центры как такими свободными зонами, где достаточно прилично и понятно, где, соответственно, можно назначать встречи, где нету официантов, либо они очень редко подходят, и есть возможность просто посидеть и пообщаться, есть стол, можно делать записи и все остальное. А вы можете предложить пригласить к себе человека на свою кухню или куда вы там и приглашаете, и тогда это тоже один из вариантов. Вы можете приехать к человеку домой. Вариантов масса. В конце концов, если у вас есть офис, вы можете пригласить к себе в свой офис вашего человека. По большому счету, без разницы, где встречаться. Можно даже в интернете это делать, но вы должны обговорить место встречи и все условия, что это займет время, и что человек его выделит, что его не будут отвлекать разные всякие звонки. И поэтому это очень важно. Вы в телефонном звонке должны каким-то образом это обозначить и дать другому человеку понять, что вы делом приехали заниматься, а не обедать и трещать, трындеть с вашими друзьями. Вот. Если у вас это друзья, старайтесь это разделять. То есть вот сначала мы давай с тобой поработаем, потом там пойдем погуляем. Если сначала погуляем, а вот сейчас мы с тобой сядем и все это обсудим. Поэтому не пытайтесь с вашими друзьями сделать консультацию на ходу. Если вы с ними встретились и вам не нужно им звонить, то тогда проведите, так сказать, телефонный разговор с ними, когда вы с ними встретились. Скажите, я финансовый консультант, у меня новая работа, я там занимаюсь этим, 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 пятым, десятым. Если хочешь, давай с тобой отдельно встретимся завтра, послезавтра и проведем с тобой консультацию. Поэтому идеально, когда человек сам приезжает к вам, заинтересованный на решение значимых его вопросов. Если у него этих вопросов нету, то значит он либо не заинтересован в вашей встрече, либо вы не вызвали интерес. Поэтому что-то из двух факторов может быть. Поэтому давайте так, какие у вас есть разговоры по телефонному звонку? Напишите в чате. Могу дать микрофон, если кто-то хочет в микрофон сказать, у кого это работает. И мы с вами эту тему закрываем. Как вообще работать с телефоном, да, особенно если вы звоните по холодному рынку? Составляете себе список людей с интернета, откуда угодно, там 50-100 человек. Садитесь в понедельник утром на телефон и начинаете всех обзванивать. Вы за час потенциально можете сделать 20-30 звонков людям. И, соответственно, таким образом ваша задача не размусоливаться, а ваша задача как можно короче говорить и назначать встречи. Если вам клиент кидает возражение, то вы его отрабатываете и назначаете встречу. Если встреча не назначается, то вы переходите к следующему клиенту. Вот, собственно, и все. Со знакомыми назначать встречи очень легко, то есть фактически каждый второй, каждый первый должен с вами на эту встречу согласиться. Вот. Поэтому ваша задача в начале недели себе, так сказать,
распланировать свой график на неделю и назначить встречи. Ну, если вы полный рабочий день работаете, три встречи в день, одна из них перенесется, две останутся. Вот считайте, что вы себе обеспечили рабочий график. План, скажем так, нормальный на то, чтобы встречаться, проводить 10 встреч в день, 10 встреч в неделю, поэтому вы в начале недели садитесь и назначаете встречи, соответственно, на ближайшее время. Вот. Как только у вас какое-то свободное время появляется и есть недостаток во встречах, вы, соответственно, продолжаете снова берете за телефон и начинаете обзванивать ваших клиентов просто по списку. Вот. Татьяна, про руководителя поясните ваш вопрос, не очень понятно. Значит, Наталья, как общаться с теми, кто получил плохой опыт сообщения со страховой компанией? А в звонке вы вообще не упоминаете слово страхование. Страхование в русском языке от слова страх. И поэтому я еще раз повторяю, как общаться. Общаетесь так, что вы звоните, предлагаете услуги личного финансового консультирования, планирования, долгосрочных накоплений, накоплений на детей, на недвижимость, на значит, пенсию, там, на бизнес, на что угодно. Слово страхование вы вообще не упоминаете. Даже страховых агентов в страховых компаниях учат, соответственно, не говорить это слово. Страхование мы называем в Триофинанс защитой доходов. Вот скажите клиенту защита доходов, и пусть он думает, гадает, что это такое. А вот уже когда вы с клиентом встретились, тогда вы слово страхование, естественно, рано или поздно к этому подойдете, но мы к этому подойдем чуть позже. Ваша задача вытащить клиента на встречу. Пока вы это не сделали, нечего с ним, в общем-то, и разговаривать. Итак. Так, с руководителем секретарь не хочет соединять. Ну, Татьяна, давайте мы с вами технологию пробивания секретаря, это у нас не ходит в наш телефонный, так сказать, тренинг. Тренинг по холодным звонкам, это за рамками нашего семинара, поэтому на этот вопрос отвечать вам здесь не буду. Посмотрите, есть в интернете, в свободном доступе, очень много разных тренингов на час, на полтора, как добиваться руководителей. И выходить на них, там достаточно немного наглости, настойчивости и деликатности к секретарям. Есть разные техники, тактики, поэтому тут уж... Мой друг делает так, я просто сейчас практически не специализируюсь на руководителях, но я всегда выходил на лиц принимающих решений, это обычно были как это, ну, главы департаментов и вторые лица после директора. Вот, соответственно, ну, в крупных компаниях я имею в виду, если компания мелкая, то есть крупная, это 1000 человек и больше, если компания мелкая, да, там 100-200 человек, то, в принципе, там с директором-то вообще никаких сложностей не представляется поговорить. Вы, соответственно, что делаете? Вы звоните в компанию и очень наглым образом спрашиваете в первом этапе. Вы, ну, это вот такая техника, я ей как бы рассказываю ее вам. Это не мой опыт, поэтому он, может быть, звучит не так, как, соответственно, это было бы от меня, да, ну, лично мне, это, если у вас есть такое желание, то делают люди следующим образом. Они делают первый обзвон и звонят в компанию, говорят, там, секретарю говорят, ой, Олечка, подскажи, пожалуйста, вот у нас тут на нашем факсе пришел факс, там фамилия генерального директора не видна, нам срочно нужно счет выставить, напомни, пожалуйста, как зовут твоего генерального директора. Имя, фамилия, да. Ну, вы, в общем, придумываете что угодно, что вообще к делу не относится, выясняете имя, фамилию руководителя. Это самое первое, что вам необходимо сделать. Если это имя, фамилия руководителя есть у вас в базе, или она есть у вас в интернете написано, или что-то еще, вы это заранее знаете, то вы тогда просто звоните сюда по второму разу. Поэтому это надо, если вы не знаете фамилию руководителя, нужно первый этап каким-то образом всеми правдами и неправдами выманить это фамилия, имя директора из людей. Поэтому позвоните во все соседние отделы, которые только знаете, попросите с бухгалтерии, попросите соединить там с кем угодно. Задача номер один – узнать имя, фамилию. А дальше, когда вы знаете имя, фамилию, вы просто наглым образом звоните и спрашиваете,
директора, говорите, соедините, пожалуйста, с Анатолием Петровичем. По какому вопросу? По личному. И все. И вообще ничего не говорите, с холодным голосом, с уверенностью говорите, что вам срочно нужно соединиться или там не срочно, но с руководителем, поэтому ни на какие вопросы не отвечаете, секретарь, так сказать, в 60% случаев вас соединит с руководителем. Поэтому чем больше вы будете, так сказать, объяснять, по каким вопросам вы звоните, что вы финансовый консультант, начнете это секретарю еще объяснять, вы тогда ничего не добьетесь, вас попросят прислать всякие разные, соответственно, там файлы, письма, это, в общем, делать кому заниматься нечем, те этим занимаются. Поэтому ваша задача выяснить, что как зовут, и с секретарями вообще не общаться, и пытаться спрашивать руководителя. Если с первого раза не получилось, ну, позвонить через день, через два, пойдете на другого секретаря, и вас выведут потом на руководителя. Поэтому тут наглость второй части, другого способа нету. Вот. Все, если вопросов нету, кому интересны холодные звонки, читайте на эту тему литературу, проходите тренинги и, соответственно, к вашему руководителю обращайтесь, он вас научит, как это делается. Я тогда объявляю перерыв 10 минут, да, 9 минут. Мы с вами тогда в 20 минут собираемся. И переходим ко второй, к первой встрече. Все, друзья, тогда давайте все на перерыв. Так, ну давайте потихоньку возвращаться. Кто уже подошел, поставьте, пожалуйста, плюсики за себя. Один плюсик, что вы здесь. Давайте мы с вами, знаете, что еще сделаем? Давайте мы с вами поставим, кроме плюсиков, напишите, пожалуйста, свою фамилию в чате, как чтобы нам потом сориентироваться. Сейчас запись включил. Напишите, пожалуйста, свою фамилию в чате, имя, фамилию, что вы здесь, ну, по крайней мере, у кого не подходит. Либо плюсик, либо имя, фамилию, откуда вы, что вы, и чтобы нам потом посмотреть, кто сегодня хотя бы был. Поэтому, так, 1, 2, 3, 4, так, 1, 2, сейчас я уже запутался. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек написали, 8 человек. Так, где еще у нас 8? Ждем, пока все остальные соберутся. Друзья, кто подошел, напишите, пожалуйста, в чате имя, фамилию, к своему имени, чтобы мы потом понимали, кто здесь, кто не здесь. Так. Какие-то у вас еще появились, если вопросы по, соответственно, разговору, то еще готов ответить на них. Или мы тогда с вами дальше переходим. Так. Ну, ладно, будем надеяться, что остальные люди все у нас дальше отключится и сделают то же самое. Так, значит, мы с вами переходим потихоньку к первой встрече. Да. Есть у нас на это, ну, час-полтора. И единственный способ научиться проводить консультации с клиентами – это начать их проводить.
Другого способа нету. Да? Сегодня я вам дам некий сценарий проведения первой встречи. Но не более того, поэтому научить вас за столь короткий срок, тем более на расстоянии, достаточно сложно. Но какие-то основные моменты, которые я вам бы рекомендовал обращать внимание на первой встрече, я вам, соответственно, хотел бы дать. Есть некоторые моменты, связанные с продажами, есть некоторые моменты, связанные с техникой работы финансового консультанта, есть некие личностные моменты. И, в принципе, встреча, она каждая с каждым клиентом разная, но она проводится по некому такому сценарию. Вопрос только в том, что эти сценарии, их несколько, они могут развиваться абсолютно в разном ключе. У агентов, которые продают один продукт, все гораздо проще. Они пришли, в одном направлении с клиентом заговорили и, соответственно, развили у него потребность или не развили. Если развили, то сделали презентацию, продали продукт и ушли. Мы с вами работаем несколько иначе. Да? Еще раз, мы с вами финансовые консультанты, и мы с вами консультантам продаем услуги финансового консультирования. Причем мы это делаем, ну, продаем в кавычках, естественно, да, не бесплатные, деньги за них мы не получаем. Но мы это продаем с точки зрения того, что клиент должен нас купить, как финансового консультанта. Продаем мы себя. И купить на всю жизнь, купить не на одну встречу, не на две встречи, у клиента должно остаться полное понимание, что вот именно этот человек, который ко мне сегодня пришел, он достоин быть моим финансовым консультантом. И я с этого момента, ну или с момента, как мы с ними что-то, с консультантом с моим, провели какие-то первые, соответственно, сделки, первое планирование, по всем вопросам теперь я буду оставаться с этим человеком и по всем вопросам буду обращаться к нему. Если вы это сделали, то значит вы достигли своей цели. И фактически первая встреча, она является такой лакмусовой бумажкой, которая, окончание этой встречи, которая вам позволяет вашему клиенту ответить на один простой вопрос. То есть, этот человек теперь является моим финансовым консультантом для клиента или не является? А вам, как консультанту, соответственно, для себя решить, вы стали для этого человека финансовым консультантом, заложили хороший фундамент или не заложили. Вот, собственно, и все. Ничего другого тут быть не может. Поэтому главную цель, которую вам необходимо ставить на первую встречу с точки зрения продвижения чего-то, да, это продажа себя как финансового консультанта для клиента на долгосрочной основе. Чтобы это сделать, вам, естественно, необходимо каким-то уж образом, если человек все-таки первый раз слышит о финансовом планировании, никогда ничего не планировал, никогда ничего не считал, что такое финансовая консультация, он знать не знает. Да, вот есть, например, там ближайшие аналоги, это консультация в психологии. Ну вот скажите, много ли из вас имеют личного психолога и ходят, соответственно, к психологу, если какие-то возникают сложные семейные жизненные обстоятельства? Да, но психология более-менее понятна, это хоть людям видно, что есть что. Поэтому, когда вы приходите к клиенту, клиенты, они еще до конца не понимают, что такое финансовый консультант и чем он занимается. Но, тем не менее, ваша задача до этого клиента довести. Это вы делаете следующими способами. То есть, во-первых, своей хорошей, так сказать, личностью, да, то есть проявляя какие-то свои личностные качества. И второе, вы так или иначе клиента посвящаете в мир финансового консалтинга. Ну, нужно клиенту донести, что вы знаете, вот вообще во всем мире люди планируют свои финансы. Это как-то вот в разговоре, это не сразу, не, как сказать, каким-то образом в разговоре у вас должно эта мысль, она должна каким-то образом вами, клиенту, декларироваться. Вы знаете, финансы настолько сложная тема, и поэтому вот есть финансовые консультанты. Вы знаете, вы, конечно, можете сами принимать решения, да, но я этими вопросами занимаюсь уже там столько-то времени, называйте, какой у вас опыт. И, соответственно, готов вам в этом вопросе помогать. Или, например, упоминайте своих клиентов. Вы знаете, у меня вот столько много клиентов,
Все они теперь имеют стабильную финансовую ситуацию, двигаются там к финансовому благополучию и имеют ряд решенных вопросов по таким-то вопросам. Вам важно понимать, что кто будут ваши клиенты? Ваши клиенты – это те люди, которые заинтересованы в услугах финансового консультанта. Это далеко не все люди, то есть не всем людям нужен финансовый консультант. Ваша задача – найти таких людей, которым вы нужны, то есть которые готовы советоваться с экспертом в области финансов по принятию решений и, соответственно, к вам обращаться. Если ваш клиент он не нуждается, может быть, он нуждается в услугах, так сказать, там, страховки или чего-то еще, но в ваших услугах не нуждается как финансовый консультант. Он может быть сам себе финансовый консультант. Поэтому в этом плане вам с ним будет гораздо работать сложнее, и, скорее всего, он вам не нужен. Точнее, вы ему не нужны, ну и он вам как клиент тоже не нужен. Поэтому ваша задача, в общем-то, довести до клиента весь тот пласт информации об услугах финансового консалтинга, личного финансового планирования и то, чем мы занимаемся, до клиента, и попытаться продать ему идею о том, что вообще-то хорошо бы обращаться к финансовому консультанту. Да, это можно делать раз в год, это можно делать раз в квартал, можно каждый день звонить, можно обращаться раз в 5 лет, но все равно по каким-то вопросам, связанным с длинными деньгами или большим объемом инвестиций, всегда есть эксперты, которые лучше, чем сам человек, который занимается этими делами, разбирается. И в этом основная задача, так сказать, первой встречи, которую вы держите в голове. Не, как сказать, естественно, это вот ваша такая внутренняя цель, которую вы имеете в виду. И таким образом критерий успешности – это то, что вы либо зарабатываете клиента, либо не зарабатываете. Если говорить о более, так сказать, конкретных финансовых целях, не финансовых, а целях первой встречи, да, то вам на первой встрече необходимо выяснить как можно больше о клиенте. То есть это что значит? Ну, это вот в терминологии продажи это выявить потребности, еще в терминологии страховых агентов страшное слово «вскрыть потребности» употребляют. Не знаю, мне это жутко не нравится, это скрывает консервные банки, но тем не менее, ваша задача все-таки проявить заинтересованность к клиенту и узнать, чего же вот этот клиент хочет. Поэтому мы с вами проводим не продажу, мы с вами проводим финансовую консультацию, а на консультации, на то на консультации, что клиент задает какие-то имеет вопросы, да, какие-то вопросы у клиента есть, и вы, соответственно, должны, так сказать, клиента оставить довольным и счастливым после вашей консультации. Для чего о клиенте нужно узнать как можно больше? Ну, с точки зрения продаж очень просто. Для того, чтобы потом что-то ему, собственно, и продать. Поэтому, возвращаясь еще раз к ценностям человека, вот ваша задача в течение двух встреч сделать две вещи. Вещь первая – это выяснить, на что человек ориентирован, то есть что для него является наиболее такой важной, скажем так, важным акцентом, куда он ставит свои приоритеты. Но некоторым действительно без разницы, сколько платить денег, лишь бы дети были в благополучии и достатке. Но тогда вам будет отличная возможность продать этому клиенту детские накопительные программы и дальше подойти ко всем остальным вопросам потом. Если для клиента важно, соответственно, заработать денег, ну так ваше тогда вы уже будете не государственный пенсионный фонд преподносить как средство, которое дает большую доходность по сравнению с государственным внешэкономбанком. И тогда вы сможете это, опять же, в разговоре грамотно преподать человеку. Вот на первой встрече ваша задача развесить уши и слушать клиента, про что он говорит. Либо про то, что компания должна быть солидной, либо про то, что он ориентирован на какую-то другую из ценностей. Да, это ценностный подход при продажах. Вот, кроме этого, вы должны у клиента выявить его финансовые цели. Но об этом мы с вами сейчас подробно поговорим.
И чтобы, собственно, их достичь, провести финансовый анализ. Финансовый анализ – это анализ доходов и расходов. Ну и, в общем, сделать некий такой сбор информации о клиенте, который позволит вам, так сказать, подготовить ему коммерческое предложение, да, в терминах продаж и презентацию. Самое главное, что вы должны у клиента, так сказать, найти красную кнопку. Что такое красная кнопка? Ну, красная кнопка – это его какая-то проблема, которая у него есть, и которую он должен уже бежать в ближайшее время и решать. И если у вас это получится, то вы считаете, продажу сделаете очень успешно, без каких-либо препятствий и проблем. Если вы будете продавать не то, что клиенту не актуально в данный момент, то, скорее всего, вы ничего не продадите. И помните одно простое правило, еще раз, которое я повторяю: вы с клиентом общаетесь на долгосрочной основе, и поэтому у нас нет цели с клиента взять деньги сейчас и забыть о нем навсегда. Наша цель – решить какую-то конкретную задачу клиента сейчас, взять деньги, естественно, чем быстрее, тем лучше, по какой-то его конкретной проблеме, которая для него сейчас актуальна, а все остальные деньги мы рано или поздно все равно потом у него заберем в течение следующего времени. И поскольку клиент, так сказать, имеет свою картину миропредставления о финансовой грамотности, о планировании, о долгосрочных целях, о пенсии в своей голове, имеет отличную от вас, от финансового консультанта, я это называю, ну вот некоторые агенты, это не агенты, а тренеры по продажам называют поставить крюк. Что такое поставить крюк? Или поставить крюк? Это значит, что вы должны в разговоре при первой встрече клиенту выдать убеждение или установку, которая верна, ну, в вашу пользу. Ну, то есть, например, нужно копить на пенсию самостоятельно, и чем раньше, тем лучше. Да, это вам это понятно. Клиенту это не очень понятно. И поэтому вы в разговоре каким-то образом должны эту установку клиента обговорить. Вы знаете, сейчас такие проблемы у нас с пенсией, поэтому уже многие люди уже начали на пенсию откладывать самостоятельно. Вот, а вы уже начали откладывать самостоятельно. Ну и дальше вы либо переходите дальше к вопросу пенсионного вопроса, либо вы клиенту проговаривая эту фразу, что люди уже начали откладывать самостоятельно на пенсию, таким образом вызываете у клиента в его, так сказать, голове определенную установку. Установку о том, что он-то еще это не делает, а многие-то уже начали люди это делать. И поэтому вам тогда с ним будет проще говорить. И вам таких крюков нужно понаставить по разным всяким темам. Это может быть и пенсия, и страхование, и какие-то инвестиции на детей, и все что угодно. Как часто вы потом сможете к клиенту со всеми этими вопросами возвращаться. Ну, естественно, получить рекомендации – это залог успеха, расширение вашей клиентской базы. Это тоже делается на всех встречах, включая первую встречу. Ваша задача – к этому клиенту готовить и с клиента рекомендации с этого клиента брать. Вот. Есть очень важное правило. Называется правило КГБ, которое кто-нибудь хочет догадаться, знает, как это расшифровать. Что такое правило КГБ? Это очень важное правило, которое нарушают все агенты и все начинающие консультанты. Вот Евгения знает, а клиент говорит больше. На первой встрече консультант задает вопросы, развесив уши, слушает, что говорит клиент. И поэтому соотношение, сколько говорит клиент и сколько говорит консультант, где-то 80 на 20. 80 на 20 в пользу клиента. Клиент говорит 80%. И ваша задача, если вы только начинаете, соответственно, консультация, это спрашивать, научиться спрашивать, задавать вопросы. Вот, вопросы бывают разные. Есть вопросы открытые, закрытые, альтернативные. Есть вопросы по технике спин. Мы сегодня, наверное, чуть-чуть коснемся этого. И, соответственно, ваша задача, ну и моя с вами общая задача, научиться задавать вопросы клиенту, которые подведут клиента к его, значит, решению.
Кроме этого, безусловно, вы должны у клиента проявить финансовые цели, и завершением первой встречи является договоренность о дальнейших шагах. Что это значит? Это значит, что вы должны четко и конкретно понимать, что клиент будет делать дальше, и когда вы с ним в следующий раз возвращаетесь к этому вопросу. Многие консультанты бросают клиентов, отдают им инициативу, никогда не отдавайте инициативу в руки клиента, ваша инициатива всегда должна быть в ваших руках, и вы определяете, когда вы с клиентом встречаетесь, как вы с ним встречаетесь, кто кому звонит, и все это определяете вы, поэтому вы сами оставляете за собой право звонить, сами за собой оставляете право возвращаться к этому клиенту, и это все делаете, то есть вы ни в коем случае не ждете, пока клиент вас вспомнит и сам вам позвонит. Никогда такого не будет. Это пассивные продажи, к нам это не относится, у нас продажи должны быть проактивными, то есть вы целиком полностью контролируете ситуацию, держите ее в своих руках. Но это такой обзор, да, значит, обзор. Вообще сценарий первой встречи, он очень простой, очень элементарный. Значит, первое. Это подготовка к встрече. Друзья, вот вам видно что-нибудь? Я потому что боюсь, там, наверное, совсем ничего не видно. Плохо видно. Тогда давайте сейчас 3 минуты, 3 минуты я возьму паузу. Вот, сейчас я попробую новые слайды туда закачать и попробую вам лучше это сделать. Я извиняюсь дико, что это так получается. Сейчас подождите, пожалуйста, тогда. Итак, я вроде закачал слайды, сейчас мы это переведем на крупный формат. Пока вам необходимо, слышите меня, да, надеюсь? Пока вам необходимо понять следующую вещь. В принципе, встреча состоит из трех этапов. Да? Первое – это непосредственно подготовка к встрече. Второе – это консультация сама по себе и завершение встречи. Вот мы сейчас с вами последовательно разберем все три этапа. Ну, это как, не знаю, в любом произведении, там, вступление, основная часть, заключение. Здесь то же самое. И начнем давайте с вами по порядку. Значит, так, сейчас мы вот промотаем слайдом. Значит, вот теперь видно. Должно быть лучше. Что касается начала беседы, да, извините, конечно, что тут не очень тоже хорошо, но, по крайней мере, что-то можно разобрать. Следующим участникам обязательно все это поправим. Значит, первое, с чего вы начинаете? Вы начинаете с того, что вы, естественно, должны с клиентом установить контакт, провести презентацию себя и компании и таким образом наладить с ним, настроиться на работу. Да, мы с вами, опять же, особо сейчас подробно останавливаться на этом не будем, но самое главное, как обычно это рекомендуют делать, ну, во всяких разных тренингах по продажам, то есть вы клиенту делаете комплимент можно делать его офису, его компании, ему лично, каким-то его
способностям, поэтому сделали комплимент, заработали себе там плюс один репутация. Соответственно, если нашли общие интересы, отлично, это очень здорово, это очень налаживает какие-то отношения, особенно если у вас с клиентом есть какая-то общая история, может быть, какие-то общие знакомые. Ну и суть не в этом, суть в том, что вам с клиентом нужно найти что-то общее, что вас объединяет, таким образом заполучить его на свою сторону. Если уж совсем незнакомый человек, да, к которому вы приходите, ну, значит, вы приходите, осматриваетесь его, так сказать, обстановки, видите, что у него там стоит хоккейный кубок, он выигрывает соревнования один за другим. Ну, и самый простой способ наладить с человеком хорошие взаимоотношения, банально поинтересоваться у него какой-то мелочью в его жизни. Для него это совершенно не мелочь, он вам с радостью об этом расскажет, поинтересоваться лично им и таким образом поговорить ни о чем, да, там о погоде, о чем-то угодно. Вот это все, я думаю, вы прекрасно все умеете и таким образом настроить человека на работу. Значит, что касается мини-презентации и презентации компании. В принципе, тут вы еще раз должны представиться, безусловно, и этот этап, он совмещен с неким, так сказать, некими установками, которые я обычно всем клиентам даю в начале. Поскольку вы консультант, вы эксперт, а клиент ваш, он клиент, он пришел на консультацию, он добровольно на нее согласился, ну или, по крайней мере, согласился с вами встретиться и познакомиться. Да, то вы определяете формат таким образом, что устанавливаете некие правила. Я обычно интересуюсь, сколько у клиента есть времени, да, для того, чтобы поговорить со мной, ну, для того, чтобы провести данную консультацию. Да, мы определяем формат, что если ему нужно через 40 минут бежать, значит, я и, как сказать, и настраиваю на то, что мы с ним будем работать ровно столько времени. Как только это время настанет, я за временем всегда слежу, я обязательно его спрошу, а что, собственно, дальше убегаешь или продолжим, да? Далее. Я всегда клиенту обозначаю момент конфиденциальности. То есть это что значит? Это значит, что вы должны сказать, что вся информация, которая между нами с вами будет сегодня проговорена, да, особенно делайте акцент на том, что деньги там вопрос интимный, он, соответственно, это, соответственно, вы клиенту вначале обозначаете, тем самым даете понять, что информация дальше никуда не пойдет. Ну, в любом случае, что касается компании Triofinance, то есть даже если какая-то информация, там, дата рождения, взносы клиента, все эти полисы, все это, далее по цепочке идет вы, ваш руководитель компании Triofinance и уже непосредственно компания, вы все равно это... Все равно все это регулируется соглашениями о конфиденциальности, никуда эти данные не разглашаются. Вы клиенту даете понять, что, дорогой клиент, все, что, соответственно, мы с тобой сегодня будем обсуждать, это строго конфиденциально. Это два. Далее, после этого вы говорите, что вы как консультант будете задавать вопросы. То есть вы так и говорите. Я в процессе нашей сегодняшней беседы буду задавать вам вопросы. Для чего нужны эти вопросы? Для того, чтобы разобраться в вашей финансовой ситуации и подобрать решения, которые подходят именно вам. Именно поэтому я прошу вас отвечать на вопросы предельно, скажем так, информативно и честно, поскольку от этого зависит исход всей нашей с вами консультации. Таким образом, вы клиента даете ему установку на то, что, в принципе, вы будете задавать вопросы. Это раз. Так сказать, отвоевываете себе право заранее. Даете клиенту установку, что на эти вопросы предполагается, что будет отвечать. И таким образом, зачем все это надо? Затем, чтобы консультация осталась успешной. Подводите к этому факту вашего будущего клиента. Ну и
Он, естественно, если клиент лояльный, он с этим без проблем соглашается. Если клиент не лояльный, то значит переходите дальше, особо на этом не застреваете, сказали и пошли дальше, пока он не успел вам ставить какое-либо возражение. Но тем не менее, вы клиенту даете некие отступные. То есть вы дальше говорите такую фразу, ну опять же, это фраза не фраза, то есть это не со всеми клиентами нужно проговаривать, но по крайней мере с холодными клиентами, с которыми вы мало знакомы, вы можете всегда добавить, что если вы на какие-то вопросы не захотите отвечать на мои, которые я вам буду задавать, вы имеете такое право. Поэтому, если вы посчитаете, что какой-то мой вопрос будет для вас ну, некорректным, то тогда можете на него не отвечать. И даете клиенту возможность выбирать вообще, отвечать на ваши вопросы или не отвечать. Но всегда подводите к тому, что чем точнее будет информация о доходах, ну, как бы о его финансовой ситуации, тем, соответственно, точнее можно будет сделать личный финансовый план. Поэтому я не знаю, как у вас, многие консультанты поначалу боятся спрашивать клиенты доходы, расходы, их там деньги, заработки, все остальное. Я это без проблем спрашиваю, то есть я про всех клиентов знаю, сколько у них там квартир, машин, сколько они платят себе, друзьям, кому кто сколько должен. И поэтому вы финансовый консультант, вы имеете право на эту информацию и, соответственно, имеете, тут, скажем так, с клиентами все возможности все это выяснить. Это несколько отличается от работы не финансовых консультантов, поэтому в этом этапе очень важно доверие между клиентом и консультантом. Если вы его себе и если вы его установили, то всю эту информацию вам ваш клиент раскроет. Понятное дело, что с холодными клиентами на первой встрече вам, может быть, какую-то часть информации не скажут. Поэтому я еще раз повторяю, что задача первой встречи – это наладить с человеком доверие, доверительные отношения и контакт. Если вам это на первой встрече выдали, то отлично, очень хорошо, у вас уже есть вся информация, необходимая для того, чтобы с этим клиентом работать дальше. Далее. Вы обозначаете сам формат работы. Ну, то есть это обозначается сам формат работы в плане, кто вы, кто компания и кто вы во всем в этом винегрете. Значит, я обычно говорю таким образом, что, ну, делаю мини-презентацию себя. То есть это очень коротко, очень коротко. То есть знакомым людям и незнакомым людям я говорю, что там, я финансовый консультант, я занимаюсь этим, там, допустим, год. У меня столько-то клиентов, большинство из них на сегодняшний день делают это, откладывают деньги, инвестируют. И я сотрудничаю с компанией Triofinance. Компания Triofinance имеет там 50 партнеров крупнейших финансовых и инвестиционных компаний. Опять же, слово страхование я тут не упоминаю. То есть финансовые институты, финансовые компании. И пусть они там сами дальше разбираются, что это такое есть. Ну, если уж очень хотите сказать, можете сказать банки, можете сказать, соответственно, и страховые компании для лояльных клиентов. И поэтому тут уже решайте сами, где какую информацию раскрывать клиенту. Далее я объясняю клиенту, что мы работаем бесплатно. Ну, как бы бесплатно звучит не очень хорошо. Я говорю так, что платой за нашу работу являются ваши рекомендации. И таким образом, если вы такую фразу скажете, платой за нашу работу являются ваши рекомендации, рекомендации ваших знакомых, ваших друзей, ваших коллег, то вы заранее готовите человеку, опять же, в начале встречи к тому, что вообще-то ему придется платить, ну, не деньгами, а рекомендациями, контактами людей. И в этом плане, что может вам тут пригодиться очень хорошо. То есть вы, соответственно, чтобы подготовить человека к тому, чтобы он вам дал рекомендации, потому что если вы об этом вспомните в конце, то, скорее всего, для него это будет неожиданностью. Обычно рекомендуют говорить такую фразу, что платой за нашу работу являются ваши рекомендации, и в конце нашей встречи вы дадите мне рекомендации, ну или контакты нескольких своих знакомых, ну или дадите рекомендации. Вот, и после этой фразы, если у клиента нету больше вопросов, вы ему все это обрисовали, вы переходите к делу. Да? Поэтому еще раз, вам нужно представить себя, представить компанию, обозначить формат работы, дать понять, что у вас есть партнеры, договора с компаниями, что вы имеете, соответственно, официальные отношения со всеми разными, со всякими организациями, там банками, инвестиционными компаниями, страховыми компаниями,
значит, наладить контакт с человеком, сделать ему комплимент, установить контакт, найти общие интересы, определить время работы, формат работы и, так сказать, снять все возможные вопросы, которые только могут возникнуть у вас перед тем, как вы начнете работать с клиентом, заодно сказать ему про конфиденциальность. И таким образом весь этот процесс занимает где-то 5-10 минут, если вы встретились сразу по делу, и там 15 минут, если вы там еще там чай, кофе и все остальное. Какие тут есть вопросы? Давайте спрошу по-другому. Напишите в чате, кто умеет это делать хорошо. То есть кто так вот и делает. Так, Владимир делать не умеет. Так, Татьяна Кузакова старается так делать. Так, Сергей не умеет. Так, Оксана почти так делает. Кто уже делает, то просто дайте мне знать, что, может быть, я забыл, упустил, что еще, какие еще вот вещи могут быть на данном этапе более полезными. То есть, скажем так, со всеми клиентами, еще раз повторяю, все встречи проходят по-разному. Это для тех клиентов сценарий, которые пришли действительно консультироваться. Вот. Для лояльных клиентов, которые вообще заинтересованы в финансовых консультантах. Возможно, у вас первая встреча с клиентами будет проходить в ином формате, когда вы пришли с клиентом знакомиться. Так вот, если вы пришли с клиентом знакомиться, то, соответственно, тогда это все может быть совершенно по-другому. Тогда вам с ним нужно познакомиться, попить чай, кофе, поговорить о финансовом консалтинге и... Завершением встречи знакомства у вас будет рассказать о себе, у вас будет, собственно, назначение дальнейшей встречи, первой встречи, когда вы уже придете клиенту консультировать его. И поэтому вот это мы сегодня с вами разбираем, как сказать, идеальный сценарий, но он не идеальный, то есть я по нему в 90% случаев работаю именно по такому сценарию. И выглядит это все именно таким образом. Но еще раз повторяю, что это для клиентов, которые... так сказать, уже настроены на то, чтобы решать свои задачи. То есть им идея финансового планирования, консультирования и о том, что нужно откладывать, иметь финансового консультанта, продана до этого каким-то другим способом. Вот. Значит, Ирина делает, но могла бы и лучше, но нет предела совершенству. Если же клиент не согласится давать рекомендации, так, при возражении улыбкой говорю, хороший вопрос, в это приходит... Так, в это время приходит... ответ. Так. Тут возражений, в принципе, быть не может. Тут только вопросы могут быть. Значит, Татьяна спрашивает, если клиент не согласится давать рекомендации. Вот я вам как раз и говорю, чтобы снизить вероятность того, что он не согласится это делать, вам в начале встречи нужно клиенту дать установку. Дорогой клиент, вы дадите мне рекомендации, если вы так скажете, вы дадите мне рекомендации в обмен на мою консультацию. В обмен на те знания, которые на ту информацию, которую дам вам я. Тет-а-тет. Вы мне эти рекомендации дадите. Вы там при клиенту прям так и уговорите. Вы дадите рекомендации. Если вы это скажете, именно так, как я вам говорю, не меняя ни слова в утвердительной формулировке, то значит у вас вероятность того, что вам рекомендации в конце дадут, она выше. То есть вы таким образом готовите клиента, и вы здесь не спрашиваете эти рекомендации. Вы договариваетесь о том в начале, о том, что клиент их даст в конце. И в конце вы к этой договоренности вернетесь. Если вы эту договоренность забудете в начале, соответственно, определить с клиентом, то тогда вам действительно могут не согласиться дать эти рекомендации. А если вы об этом договорились и начали консультацию уже, то, извините, уже клиент в правила игры оповещен и должен их соблюдать. Поэтому
Если клиент очень профессионал, да, как вы, например, то может, конечно, и не дать. Вот. Но в большинстве случаев ему некуда будет деться, и он либо вам даст, либо ему будет очень сложно от этого отказаться. Поэтому что мы с вами делаем дальше? То есть тут главная ваша задача договориться вначале обо всем. О времени, о месте, обо всем остальном. Еще пара важных моментов, которые, возможно, я вам уже больше никогда не скажу, но вам необходимо встречаться с человеком, который принимает решения, то есть с человеком, который отвечает за финансовые решения в семье. И поэтому, если в семье жена ведет бюджет, а вы встречаетесь с мужем, то вам нечего встречаться с мужем, вам нужно встречаться с ними с обоими. Вот. Ну и встретиться с мужем, пообщаться, попить кофе, чай, назначить первую встречу уже с семьей. И либо наоборот. Поэтому в конце концов договоритесь, приезжайте к ним домой, на кухню, и все вопросы решите совместно. Если вы встречаетесь с женой, а она находится на полном обеспечении мужа, то опять же вам необходимо встречаться с семьей сразу, чтобы не экономить свое время. Вот. Поэтому идеально, если семья, то встречаться сразу с обоими людьми. Так гораздо проще. Вот. И при этом, это с одной стороны, при этом с другой стороны не встречаться с двумя людьми одновременно, поскольку, еще раз говорю, финансовый вопрос интимный, и когда два незнакомых человека или коллеги по работе, вы с ним, если хотите провести консультацию совместную, то они в жизни вам не скажут, сколько кто из них зарабатывает на одной и той же работе. Поэтому в этом плане еще одно важное правило, вам нужно встречаться с каждым индивидуально, да, если это люди в одной компании. Вам необходимо из них разнести их по времени и встречаться с ними, чтобы ничего общего между вашими встречами не было, разнести их по времени. Поэтому иногда бывает несколько людей, которые хотят провести консультацию. Я договариваюсь со всеми, но говорю, вот с вами сначала, а с вами, соответственно, после. Какую-то общую информацию даю, может быть, в общем, всем сразу людям, да, там двоим, троим, но вообще консультацию индивидуальную выношу на индивидуальный уровень. Так, значит, это была подготовка. Теперь мы с вами переходим к самому сложному. Это основная часть. Вот, основная часть. Значит, в основной части, с чего мы начинаем? Ну, начинаем мы с того, что клиент уже понимает, да, куда он пришел, и понимает, в принципе, чем мы будем с ним заниматься. И ваша задача на первом этапе – это выявить те вопросы, которые интересуют его. Мы с вами не знаем, что ему важно. Мы с вами не знаем, о чем у него болит голова. И поэтому я этот вопрос решаю очень просто. Я просто впрямую спрашиваю: дорогой клиент, скажи, пожалуйста, вообще, какие у тебя есть вопросы в области твоих личных финансов? Прям так впрямую вопрос и задаю. Это что касается именно вопросов, чтобы снять все волнующие вопросы, которые волнуют клиента в настоящий момент. Поэтому он вам расскажет все истории, он вам расскажет все, что касается всех его там всяких разных там негативного опыта, или том, как ему сложно с деньгами, или что-то еще. Вот все эти вопросы нужно у клиента аккуратно, так сказать, его выслушать, особо на них не застревать. И важно, чтобы вам клиент, он все это обозначил в самом начале. Ваша задача как консультанта – дать клиенту такую возможность. То есть, собственно, поинтересоваться, а вообще, зачем он пришел к вам на консультацию. Жил прекрасно без вас, а тут вдруг решил с вами встретиться. И таким образом, на какие-то короткие вопросы вы отвечаете клиенту сразу, либо даете ему понять, что эти вопросы мы с вами и будем решать. Вот, поэтому если у клиента у вашего, скажем так, все в порядке, и каких-то таких животрепещущих вопросов нету, то вы переходите к основной, скажем так, части, которая называется
постановка финансовых целей и приоритетов. И расстановка приоритетов. Это часть, которая является самой важной. И тут вы клиенту задаете вопрос: дорогой клиент, скажи, пожалуйста, а что ты, как ты вообще планируешь свою жизнь? Да, то есть, что конкретно ты планируешь в своей жизни, что потребует финансовых вложений, финансовых накоплений, каких-то долгосрочных, и какие на этот счет у тебя сегодня уже есть соображения. Обычно на этом моменте клиенты впадают в, скажем так, раздумья, потому что некоторые из них вообще никогда ничего не планировали, некоторые из них планировали, но тем не менее, ваша задача в этом ключе, соответственно, с клиентом выявить его финансовые цели. Как обычно это происходит? Ну, обычно, что люди говорят? Ну, вот я даже не знаю. Вот если бы я вам, дорогой, я не знаю, сегодня сделаю всех вашим общим клиентом, если, соответственно, я бы вам задал такой вопрос, дорогая аудитория, какие у вас, скажем так, крупные траты, крупные покупки, либо какие-то жизненные цели, которые требуют долгосрочных накоплений в вашей жизни есть. Что бы вы ответили? Да? И я попрошу в чате просто написать, какие тут могут быть варианты. Да? И я этот вопрос задаю клиенту и беру, собственно, чистый лист бумаги, и все, что клиент мне говорит, я аккуратно записываю. Кто-то хочет что-то связанное с детьми, кто-то хочет что-то связанное с... я пока еще не знаю, что конкретно, что именно. Кто-то хочет коттедж. Вот, значит, кто-то хочет даже вот пенсия. Кто-то хочет путешествия, ну и так далее, так далее, так далее. Таким образом, я у клиента выясняю, что для него важно. Поймите правильно, то есть вы приходите к клиенту, и ваша задача ни в коей мере не пытаться убедить его в том, что... Что вы знаете? Вы финансовый консультант, вы такой умный, вы знаете, что нужно пенсионный вопрос решать. Или вы финансовый консультант, вы знаете, вы такой умный, вы знаете, что нужно защищать доход. Вот. Начните ему говорить о страховке, вы потеряете вашего клиента навсегда. Поэтому ваша задача с ним вытащить из его головы все, что, соответственно, он имеет в своей голове. Вытащили. Вот эта вещь, она, собственно, называется некие цели клиента. Обычно тут 3-4 цели есть. Обычно кто-то пенсию говорит, кто-то пенсию забывает. Ну, у всех по-разному. Поэтому терзайте вашего клиента, пока у него не иссякнет его фантазия. Если 3-4-5 целей записали, в принципе, это уже достаточно, чтобы с клиентом работать. Вот. И что происходит далее? То есть... Далее вам с клиентом нужно поговорить о его целях. Значит, есть такая технология, которая называется SPIN. Да? Давайте мы с вами сегодня пройдем... Что мы с вами сегодня пройдем? Мы с вами пройдем сегодня такую тему, которая называется «Открытые вопросы». Да, это тема номер один. И пройдем с вами значит, в технике SPIN так называемый первый раздел называется «Ситуационные вопросы», вот, которые вам необходимо задать клиенту, чтобы, соответственно, все у него выяснить. Евгений, у нас занятие сегодня, пока мы не закончим, но это либо в 17.40 закончится, либо в 18.00 по Москве. То есть
18.00 это закончится точно, потому что у меня лимит времени истекнет. Если мы раньше закончим, то значит закончим раньше. Вот, поэтому открытые вопросы. Что такое открытые вопросы? Это вопросы, которые предполагают развернутый ответ. Это означает, что они не подразумевают ответа «да» или «нет». Они не подразумевают какой-то выбор клиента. Ваша задача – научиться клиенту задавать открытые вопросы. Открытые вопросы начинаются со слов «что», «как», «каким», «каким образом» и «какие», «каким» и так далее. Вот, поэтому таким образом вы клиента подталкиваете на развернутый ответ. Соответственно, ситуационные вопросы, они призваны прояснить более детально вашу ситуацию с клиентом. Они также являются открытыми и, например, если мы с вами говорим о детях, да, детях. Например, вы решили поговорить о детях. Мы с вами с клиентом что можем спросить? Например, вы выясняете, то есть, например, говорите, каким образом вы планируете будущее ваших детей, да, ваших детей. Первый вопрос. Или что вы имеете в виду, когда говорите «дети»? Да? То есть просите клиента подробнее рассказать о его ситуации. И слушаете, что он вам говорит. Вот. Значит, понятно, что такое открытые вопросы и что такое ситуационные вопросы. Ситуационные вопросы – это вопросы, которые позволяют определить, соответственно, что у клиента на сегодняшний день происходит в его ситуации и как он вообще это планирует в дальнейшем двигать. То же самое, соответственно, обговариваете очень кратко по всем вопросам. Далее, когда вы примерно поняли, что у клиента где болит и что он думает по поводу всего, вы, соответственно, просите клиента расставить приоритеты этих целей. И поэтому вы даете клиенту обратно этот лист, на котором все записали, и просите: дорогой клиент, расставь, пожалуйста, самые важные для тебя финансовые цели, что для тебя на сегодняшний день самое важное. Ну или записывайте за клиентом с его слов. И он вам, соответственно, тогда говорит, например, для него вопрос квартиры на сегодняшний день, да, вопрос квартиры на сегодняшний день, например, номер один. Да, коттедж не особо важен, например, пенсия номер два, например, путешествие, ладно, ну и дети номер три, например. Вы должны с клиентом, так сказать, определить порядок важности всех этих финансовых целей. И для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы понимать, что для клиента на сегодняшний день актуально, и именно с этим вопросом мы вообще начинаем работать. На первой встрече обычно удается обговорить один вопрос подробно, и другие вопросы очень-очень-очень, так сказать, кратко. Далее, если мы с клиентом решили, например, говорить о квартире, то нам в этом случае понадобится определенная информация для того, чтобы сделать некие расчеты для нашего клиента. Поэтому финансовая цель подразумевает под собой некую стоимость этой цели, то есть стоимость. То есть клиент вам рассказал, какую квартиру он хочет купить, сколько метров. Ну, вы должны об этом его спросить, естественно. Если он это не рассказал, то вы тогда спрашиваете, какая квартира вас интересует, куда вы, где вы планируете жить, что вы хотите, соответственно, приобрести, какая у вас квартира есть на сегодняшний день и сколько она стоит на сегодняшний день.
Поэтому вы выясняете ее стоимость и выясняете, задаете вопросу клиенту, собственно, когда вы хотели бы ее приобрести, выясняете срок. И вот эти два важных параметра вы с клиентом проговариваете. Проговариваете. Значит, определились с этим моментом и далее. Когда вы с клиентом поговорили в его интересах, вы плавно перемещаетесь к тому, что в финансовом планировании есть, соответственно, ну, в компании Triofinance есть такая, значит, пирамида, которая называется пирамида финансовой стабильности и уверенности семьи. И вы в своей голове начинаете сравнивать. Ваш клиент, он думает ли о пенсии, думает ли о детях, думает ли о жилье, думает ли о защите доходов и о всем, что здесь, соответственно, есть. И поэтому в этом случае я смотрю, насколько как бы вот эта пирамида – это эталон. Это эталон, как должно быть те вопросы, которые мы с клиентами, в принципе, можем решать, насколько это соответствует картине в голове клиента. И если я вижу, что какие-то вопросы он забыл включить в свою пирамиду, я всегда клиента, опять же, спрашиваю. Спрашиваю по тем же самым ситуационным вопросом примерно такие вещи. Например, если клиент забыл про пенсию, да, можно спросить, например, а что вы уже делаете для обеспечения там своей старости, да, и послушать, что на этот счет клиент думает. Или, например, если клиент забыл, ну не то, что забыл, да, скорее всего, он об этом вам и не сказал, если нам нужно прояснить, есть ли у клиента страховка, как у него дела обстоят защиты доходов, можно всегда спросить у клиента, например, каким образом ваши накопления, ну или жизнь, да, ваша жизнь, ну даже не жизнь, а как это, ваша финансовая ситуация защищена от проблем, связанных с потерей дохода. Вот. То есть тут вы уже клиента подводите к тому, что в принципе доход или что-то еще можно потерять. И опять же, тут нет слова страховка, тут есть только выяснение, прояснение у клиента ситуации, каким образом решается это сегодняшним образом. Если у клиента есть страховка, так он вам прям так и скажет, а у меня вот есть страховка. Если у клиента нет страховки, то у него появится дополнительный вопрос, и у вас будет возможность, соответственно, чуть-чуть поговорить с клиентом на эту тему. Если ему это будет интересно, то вы это включите в список ваших рассматриваемых вопросов. Поэтому таким образом, например, ну, в нашем списке, что у нас, мы с клиентом обо всем поговорили, о путешествиях, о детях, и мы с клиентом, например, договорились о том, что мы с клиентом еще сделаем план защиты от рисков. И я всегда спрашиваю, то есть вам было бы действительно интересно не просто копить и получится, не получится, а вот копить, и чтобы гарантированно ваши финансовые цели достичь, чтобы ваши дети пошли в институт, и вы себе купили квартиру в срок. Вам было бы интересно узнать, какие рисковые факторы могут на это повлиять, и, соответственно, как от этого можно защититься. Если клиент согласен это рассматривать, то мы это вписываем в наш план рассмотрения списка вопросов и идем, соответственно, с клиентом дальше. Вот. И, собственно, параллельно тому, что вы делаете по
детям, квартиры, коттеджам, пенсии, путешествия и всему остальному, вы параллельно с этим, это не в конце, это идет параллельно, практически собираете финансовую информацию о клиенте. В Триофинанс есть такой бланк, он называется «Финансовый анализ». Вы можете его использовать, можете его не использовать, но начинающим финансовым консультантам, соответственно, его лучше использовать. Тем, кто уже работает давно, вы должны, так сказать, владеть всей информацией, которая здесь перечислена. Да, то есть, что здесь нам важно? То есть, есть, вот я надеюсь, видно, есть, соответственно, таблица, в которой заполняется актуальность вопросов на сегодняшний день нашего клиента. Обеспечение защиты доходов семьи, да, то есть это у него защищено, не защищено, и надо, не надо ему это. Жилье, значит, пенсия, дети, формирование капитала, инвестиции, если у него свободные деньги есть. Что касается классических видов страхования и консультации даже по налоговым льготам и дотациям. Так что ваша задача выявить у клиента все эти потребности на первой встрече, вкратце поговорить обо всем. И после этого вы должны сделать параллельно с клиентом, пока вы с ним говорите о том, какие у него долгосрочные финансовые цели, сколько они будут стоить, ваша задача, соответственно, выявить все его доходы и расходы. Поэтому нет необходимости, конечно, вот так брать этот лист и заполнять по клиентам, по пунктам, но я всегда между делом клиентов спрашиваю в удобное для этого времени: а сколько вы зарабатываете, а где вы работаете, а сколько вы тратите? Если клиент говорит, сколько он тратит, то тогда, в принципе, этой информации достаточно. Если клиент, скажем так, не знает, сколько он тратит, тогда есть вот идеальный, соответственно, лист, есть даже анализ расходов клиента, и можно прямо по пунктам разложить, сколько у него в среднем уходит в месяц на траты и сколько всего за год получается траты. Задача подобного финансового анализа заключается в том, чтобы выяснить при клиента все, вплоть до того, сколько он должен денег всяким разным банкам, какая процентная у него ставка и какие у него обязательства, какие у него платежи. Поэтому вы про клиента должны знать все эти вещи. Вы должны знать про клиента, какая у него есть вторая, третья квартира, какая у него есть машина, где она застрахована, застрахована ли, и все, что касается всех его вещей. Таким образом, задача первой встречи — как можно больше выяснить информации про вашего клиента. Поэтому вы самую важную информацию, которую здесь выясняете, да, сами по себе доходы и расходы, они нам ну, как бы важны, но нам что с вами важно здесь понять. Значит, сейчас я одну секундочку попробую. Да, то есть первое. Нам важно не доходы и расходы, нам важны доходы минус расходы. То есть сколько у клиента остается свободных денег. Второе. Нам важно понять, сколько клиент денег готов вкладывать на то, что он написал с, вот с нами тут с левой стороны мы написали. Сколько он готов вообще ежемесячно откладывать этих денег. Вот, мы должны понять его все кредиты, если они у него есть, где, под какие проценты и какие платежи. Если они у него не есть, может быть, мы их сможем оптимизировать. Четвертое, мы должны понять все депозиты, которые есть у клиента, плюс процентные ставки, в которые, под которые они, эти деньги хранятся, и в каких банках они, эти деньги, находятся. Вот, и в какой, собственно, валюте. Пятое, мы должны понять все активы клиента и пассивы клиента, ну, то есть все его имущество и какие-то другие долги, которые у него есть. Поэтому таким образом, если вы эту информацию собрали, то тогда у вас уже есть полная картина по клиенту. И далее вы, так сказать, на первой встрече
решаете какой-то один вопрос подробно и постепенно переходите еще 2-3 каких-то темы освещаете, остальные обычно они переносятся на другие встречи. Значит, это называется финансовый анализ, и вы с клиентом его делаете соответственно. Какие тут есть вопросы? Давайте я сейчас попытаюсь ответить. Напишите в чате вопросы, которые здесь непонятны. Бланк финансового анализа вам будет доступен, я его выложу в открытый доступ. Вам сейчас главное понять концепцию, что все очень просто. То есть есть то, что хочет клиент, есть некая верная модель финансового консалтинга и последовательность решения вопросов, и вам необходимо с клиентом прийти к какому-то компромиссному решению, которое интересно клиенту, которое, скажем так, является финансово защищенным, исходя из знаний консультанта. Значит, Руслан, если клиент безработный, то зачем вы тогда вписали к себе в список этого клиента? Не ходите к таким клиентам. Нам нужны клиенты, которые работают, иначе с чего мы будем зарабатывать деньги? Что значит скрытые потребности? Ну вот, Сергей, скрытые потребности это то, что клиент забыл указать, то есть вот то, что список слева, да, слева, это явные потребности. Он явно вам о них сам сказал. Вы же ему не рассказывали про свою финансовую концепцию финансового планирования, и вы ему не показывали эту пирамиду, и вы ему не, как бы не давали явно понять, что вы сейчас все вопросы вот занимаетесь этим, 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 этим. Вы просто пришли к клиенту и с чистого листа начали. Дорогой клиент, давай решать твои финансовые ситуации. Скажи, пожалуйста, что у тебя, значит, там где болит? На что хочешь денег накопить? Вам клиент это выдал, это явные потребности. Дальше, если он забыл вам сказать про пенсию и про защиту доходов, про план защиты, да, он обычно тоже это как бы никто ничего никогда не говорит, то, соответственно, это скрытые потребности. То есть он о них вам не сказал. Вот задача любого продавца перевести скрытые потребности, которые они есть у клиента, ну, нужно им защищать доход, нужно им на пенсии хорошо жить, перевести эти скрытые потребности в явные. Как это делать, это я вам, скажем так, буду рассказывать по ходу следующих занятий и в раздаточном материале, который буду высылать после страхования жизни. В зависимости от того, какую потребность вы, как сказать, вскрываете, от этого разные технологии есть. Вот, поэтому ваша задача, по крайней мере, на первом этапе отделить потребности явные от скрытых и понять те, которые взять те потребности, которые не нужно вскрывать. Так вот, если вы возьмете конкретную задачу клиента, которую он хочет решить, квартиру, так решайте с ним вопрос квартиры. Все остальные потребности решите потом. Потому что продать в явную потребность куда проще, чем продать в скрытую потребность. Что касается продажи в скрытую в потребность, то сначала ее нужно сделать явной, чтобы клиент понимал, нафига ему нужна страховка жизни, или нафига ему нужно решать пенсионный вопрос. И потом уже продавать. Этот этап, он требует больше шагов. Просто за сегодняшнее занятие я вам боюсь полной картины на эту тему не выдам, поэтому мы с вами этот вопрос пока отложим. Но ваша задача, соответственно, хотя бы о скрытых потребностях, о том, какие они есть, это все, что не назвал клиент, по пирамиде смотрите и задаете открытые вопросы в другие потребности. Выявить, что он по этому поводу думает. Так, Руслан говорит, если заработки не постоянны.
Ну, если заработки не постоянны, ну и что, что не постоянно? Но у нее же есть какой-то среднемесячный доход за последние 3 месяца. Попросите клиента поделить его суммарный доход за последние 3 месяца на 3, получите среднемесячный заработок. Или попросите его годовой бюджет, все, что он заработал за прошлый год, поделить на 12, получите среднемесячные траты. Вот вам приведение заработков непостоянных в постоянные. Если у клиента расходы превышают доходы. Но еще раз повторяю, Евгений, если у клиента расходы превышают доходы, что это значит? Откуда он берет деньги? В кредит, в банке берет, у родственников занимает, или где он их деньги эти берет? Если превышают, то есть два пути. Либо вы это клиенту помогаете оптимизировать его бюджет и показать, где он может ужаться и перестать тратить деньги, да, сменить тариф на сотовом операторе, перестать ездить в дорогие путешествия, пользоваться какими-нибудь дешевыми турами, что угодно можно делать, поэтому либо вы это помогаете ему делать и с ним тогда возитесь, либо вы этого клиента аккуратно сворачиваете с ним беседу, если он не готов эти деньги найти, да, все очень просто, вы же говорите: клиент, что ты хочешь? Я хочу квартиру. Потом следующий вопрос, который вы задаете: а что ты для этого уже делаешь? Ничего не делаю, пытаюсь отдать кредит. Хорошо, дорогой. Клиент, ну вот когда отдашь кредит, сможешь начать копить на квартиру, не раньше, никак иначе. Скажи, пожалуйста, у тебя тогда деньги появятся на твою квартиру, чтобы тебе начать на нее откладывать? Ну, где, что, не знаю, да? Тогда вы клиента спрашиваете: клиент, а каким образом ты собираешься вообще копить на квартиру? Вы за клиента не решаете, как он будет что-то делать. Вы задаете ему открытый ситуационный вопрос: как ты собираешься решать данную проблему? Ты мне сказал, ты хочешь квартиру, ты мне сказал, у тебя денег нету. Вопрос, который задает консультант: что ты будешь для этого делать? Вы еще на себя возьмите проблемы клиента всех. Ваша задача — клиента подвести к тому, чего он хочет, и что на это нужны деньги. И поэтому пусть ваш клиент сам думает, откуда на эти деньги будет брать. Ваша задача — спросить, что он для этого готов делать. Если готов, то он действительно этого хочет, значит, все хорошо. Если не готов, значит, вы либо не в ту цель попали, либо что-то еще, либо у вас такой клиент, с которым лучше расстаться. Вот, собственно, и все. Ответил я на ваш вопрос? Не берите проблемы клиента на себя. Вот вам клиент сказал: нету денег, хочу квартиру. Вот и спросите его, как он собирается эту квартиру покупать. Вот пусть вам и расскажет об этом. Поэтому, прежде чем клиенту что-то советовать, да, вы всегда спрашиваете: клиент, хочешь квартиру тогда-то, тогда-то, стоит она столько-то денег, окей. И тогда вы спрашиваете клиента, так и спрашиваете: что ты для этого готов сегодня начать делать? И вам, если клиент говорит, что готов начать откладывать 10 тысяч рублей в месяц, значит, с этим клиентом вы уже можете конструктивно работать. Вот, спрашиваете: скажи, пожалуйста, дорогой клиент, тебе в этом моя помощь требуется какая-то? Вот, он говорит: да, я не знаю, куда вложить деньги, я не знаю, в какой валюте держать, я не знаю, какой выбрать бланк, я не знаю, это 5-10, и я не знаю вообще, сколько нужно откладывать. И если ваша помощь как финансового консультанта в этом требуется для клиента, тогда вы клиенту говорите: тогда хорошо, дорогой клиент, я все понял, тогда я все данные забираю у тебя, которые ты мне сегодня дал, ну, как бы не забираю, а анализирую, и, соответственно, даю тебе расчет к следующей встрече. Показываю тебе, сколько вкладывать, куда вкладывать, как вкладывать, в какой валюте, отвечаю на все твои вопросы. Поэтому ваша задача на первой встрече — узнать все самое важное, что хочет клиент, узнать его реальные ресурсы, сравнить одно с другим, и на второй встрече показать реально, так сказать, превышение его желаний, что в принципе нормально, над его возможностями. Плохо, если возможности клиента, они не, так сказать, очень маленькие. Да? Нам нужны, в общем-то, чем клиента амбициознее, тем лучше. Но обычно у адекватных клиентов дебет с кредитом сходится, и в долгосрочной перспективе все укладывается. То есть если у них есть там 10-15 тысяч рублей, то они на эти деньги могут купить и квартиру в течение 10 лет, и на пенсию себе накопить, и 2-3-4 финансовые цели
достичь и еще с бонусов купить себе новый автомобиль. Поэтому у большинства клиентов, ну, у половины клиентов обычно все сходится идеально. То есть сценарий, который хочет клиент, он совпадает с расчетом, который делает финансовый консультант. Ваша задача на первой встрече лишь выяснить, что клиент хочет и сколько на это он, и что ради этого готов он делать. Выясняется это путем задавания вопросов. Ничего другого здесь делать не надо. Поэтому и сравнить с тем, что клиент, может быть, забыл. Поэтому если клиент забыл, а пенсия нищенская, ты как хочешь? Вот как все пенсионеры в России живут или хочешь как европейцы? Да, вы знаешь, уже большинство моих клиентов начали откладывать на пенсию, и вот вы это все это проговорили, сказали, у человека это в памяти отпечаталось, и задаете ему конкретный вопрос. Ну что, мы с тобой будем решать пенсионный вопрос? И если клиент вам говорит «будем», значит, с его позволения, разрешения и заинтересованности записываете в список вопросов, и вы сегодня к этому вопросу вернетесь, или через 2 недели, или через месяц, не суть важно. Суть в том, что вы на первой встрече этот момент обозначили. И суть в том, что вы всегда можете позвонить клиенту и напомнить: дорогой клиент, а помнишь, мы с тобой говорили о пенсии, давай с тобой встретимся и, соответственно, страховку тебе там сделать, твои квартиры, на путешествия тебе накопили, и квартиру начали откладывать там в банк или куда, и, соответственно, давай мы с тобой теперь будем решать пенсионные вопросы и все остальные вопросы. Поэтому какие еще есть вопросы по основной части? Так, если вопросов нету, собственно, нам уже осталось чуть-чуть. Мы с вами переходим к завершению. Завершение, оно заключается в том, что вы всегда должны еще раз определить бюджет клиента, то есть реально сколько он готов, что он готов делать для этого. И с точки зрения продаж, опять же, всегда можно клиента в этом плане спросить. То есть вы с клиентом решили, что будете копить на детей, у него есть 10 тысяч рублей, и все у него отлично. Вот в этот момент, когда вы это решили, вы тогда и спрашиваете клиента: дорогой клиент, если тебя устроят предлагаемые мной решения на твой бюджет, на твои финансовые цели, ты будешь готов оформить программы? То есть ты вообще начнешь что-то делать, да? Будешь готов оформить программы? И вот в этом моменте вам с клиента нужно получить «да», то есть что он вообще готов действовать. Если клиент сопротивляется, не знает, отнекивается, то тогда вся эта ваша работа с клиентом, она бесполезна, потому что вы чего-то клиенту делаете, а он не готов будет ваши страховки там покупать и начинать откладывать на пенсию. И поэтому мы работаем в этом плане очень конкретно и понятно. Если клиент хочет получить консультацию, а потом ничего не делать, то тогда вы всегда имеете право клиенту задать вопрос: скажи, пожалуйста, а зачем мы тогда с тобой занимаемся планированием, если ты не планируешь начать реализовывать свой финансовый план? И поэтому ваша задача еще на первой встрече клиенту подвести к тому пониманию, так сказать, вещей, что все эти вещи важные для него в первую очередь, и если все решения, которые мы ему предложим, они подойдут, то тогда он подпишет все заявления, начнет инвестировать эти деньги. Вот. Еще лучше вы у него спросите, а когда он будет готов начать приступить к реализации своего плана. Да, то есть у него вот эти деньги, там 10 тысяч, 15 тысяч рублей, у него будут в этом месяце, или еще он не знает, когда у него будут. Поэтому, если он не знает, когда у него будут эти деньги, вы спросите, сколько у него есть сейчас денег, и, соответственно, узнаете, когда у него появятся все остальные деньги, чтобы вам понимать вообще, как дальше с этим клиентом работать. Либо его нужно, так сказать, каждый день пинать, либо откладывать в долгий ящик и вообще, может быть, даже забыть о нем. Таким образом, на первой встрече все вопросы расставляются на свои места. Далее, вы берете рекомендации у человека, да, вспоминаете, возвращаетесь к вашей договоренности в начале, даете лист бумаги, на котором написано рекомендации 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Ну, это такая заготовка. Можете сделать себе и написать рекомендации. Прям так А4 формат и написать 1, 2, 3, 4, 5 там, и там до 15, например. Написать, разлиновать, и клиенту этот лист вручаете и просите. Вот, дорогой клиент, напиши, пожалуйста, контакты людей, которым была бы полезна подобная консультация. Ну, предварительно, конечно, лучше с клиента получить, я не знаю, там, по технике трех «да». Дорогой клиент, скажи, тебе понравилась консультация? Да, ты получил ответ на свои вопросы? Да, ты остался доволен? Да, ты готов рекомендовать мои услуги своим знакомым и друзьям? Тут уже клиент не может вам ответить «нет», потому что он уже три раза сказал «да», и потому что вы вначале об этом договорились, и он вынужденно скажет у вас тут «да». Вот, когда он это сказал, вы, соответственно, вручаете ему этот лист, кладете перед ним ручку, бумажку и ждете, пока он начнет писать эти рекомендации. Если он их не пишет, можете подсказать, что можно достать сотовый телефон, что-то еще. Ну, по-разному, с разными клиентами это по-разному происходит. Суть в том, что идеально, если вы вообще пришли по рекомендации, вы тогда еще вспоминаете пример вашего его лучшего друга, который, так сказать, рекомендовал ему вас как финансового консультанта. И вот если бы там не Петя, да, то ты бы вообще и не узнал ничего и от меня. И если вы пришли сами по себе, то тогда объясняете, что фактически мы работаем по сарафанному радио, мы нигде там не рекламируем себя, и единственное источник получения новых клиентов являются ваши контакты. Поэтому будьте, пожалуйста, любезен, напиши мне несколько своих знакомых, которые, ну, далее вы обозначаете примерно клиенту, какие это должны быть знакомые, с доходом, с детьми, семейной, ну и по вашему идеальному профилю клиента, который вы сами о себе придумали, просите дать только тех знакомых, которые действительно с деньгами и интересуются жизненными финансовыми целями. Обычно в своем окружении 200, 300, 400 человек люди находят 2-3, которые, так сказать, очень четко попадают в картину потенциальных клиентов для финансовых консультантов. И если эти люди с вами встречаются, то они и становятся вашими клиентами, поскольку выборка, скажем так, ну, чем из большого окружения вот вашего клиента, она очень большая. Если вам клиент рекомендации не дает сразу, и вообще не дает, тогда просите его забрать этот лист с собой и подготовить к следующей встрече. Если он говорит, что мне нужно договориться, там созвониться, что-то еще сделать, и вообще он торопится куда-то, отдаете ему этот лист и говорите, ну тогда подготовь, пожалуйста, к нашей следующей встрече этот список, и тогда отдашь мне потом. Если клиент отнекивается, что мне нужно с ними созвониться, то там что-то с ними решить, вы тогда просите все равно телефоны, имена и фамилии и договариваетесь, что вы договариваетесь, что тогда вы позвоните после, скажем так, того, как он там обо всем договорится. Если вам вообще не дают рекомендации, то ну, или иногда бывает, действительно, отнекиваются тем, что нужно созвониться. Ну, тогда берете телефон свой мобильный и даете человеку и говорите, вот, чтобы тебе деньги не тратить, набери с моего телефона своему там другу, коллеге, кому-то там собирался с кем созвониться, звони сейчас. И обычно многие, ну не многие, но некоторые мои клиенты, они прям, ну лояльные клиенты, они прям при мне звонят, и мы прям на первой встрече с клиентом договариваемся, а уже следующей встрече с его другом. Вот, поэтому тут есть много способов. Если вы это не будете делать, брать рекомендации, то ваша клиентская база будет таять. Если она у вас растает, то вам потом не с кем будет встречаться. Если вам будет не с кем встречаться, то вам тогда нужно будет работать по холодному рынку. По холодному рынку конверсия значительно меньше, чем по рекомендации, которые вам дали вот ваши знакомые и друзья. Далее, вы назначаете обязательно дату и время второй встречи, то есть ни в коем случае не отпускаете клиента на самотек. То есть клиент вам сказал, все, он заинтересован в решении вопросов, и вы его спрашиваете, дорогой клиент, когда мы с тобой встречаемся, то есть, ну как это сказать,
Ну, то есть, опять же, то есть можно вилку использовать, можно использовать не вилку. Если это начало недели, понедельник, значит, вы встречаетесь с ним на этой же неделе в какой-то удобный для него день. Давай с тобой встретимся. Мне понадобится 2-3 дня для того, чтобы составить тебе решение, презентацию, там план финансовый, все что угодно. И мы с тобой, соответственно, встречаемся. Могу с тобой встретиться там в четверг, там или в пятницу. Вот, во столько-то времени или во столько-то времени, во все остальное там занято, например, у вас уже, да, у вас там первые встречи, вторые встречи назначены. Самое главное правило, не отпускайте здесь клиента надолго. Клиент остывает после 2-3 дней. Если вы его отпустите на неделю, на 7 дней, то он все забудет. Вероятность закрытия сделки очень уменьшается. Поэтому ваша задача все поговорить с ним, взять тайм-аут 1-2 дня, чтобы он подумал, вы подумали, и назначить другую встречу. Вот, собственно, и все. На этом встреча завершается. Жмите друг другу руки и довольно счастливые уходите, расходитесь по домам. Вы обращаетесь к своему наставнику. Затем, чтобы с этим клиентом по его плану проработать личные финансовые планы и выработать решение. И ваш клиент уже идет рассказывать всем там, своей жене там, и всем остальным, что он встречался с финансовым консультантом, и начинает по сарафанному радио, в общем-то, рассказывать о том, что у него теперь появился финансовый консультант. Вот, если вы все грамотно провели. Какие тут есть вопросы? Так, Владимир, вы совершенно правы, нужно начать встречаться с людьми. И практика единственный способ наделать ошибки, больше их не повторять. Значит, давайте я еще раз тогда напомню задания, которые вам необходимо сделать к завтрашнему дню. У вас, надеюсь, будет завтра день целый. Значит, скрипт телефонного звонка для теплого круга. Это раз. Два. Скрипт телефонного звонка для холодного круга. Это два. Вот. Третье. Вам нужно выучить наизусть вопросы, которые в пирамиде финансовой стабильности семьи. Это пенсии, защита доходов, жилье, дети, инвестиции, подушка безопасности и когда вы это выучите, вам нужно по каждой области составить список открытых вопросов, они же ситуационные. Ну, не они же ситуационные, это по технике спин, просто мы тут пересекаемся, которые вы будете задавать клиенту, да, чтобы он у вас был. Это где-то 10-15 вопросов у вас должно быть для прояснения всяких разных моментов. Вот. Все эти списки, они у вас должны быть написаны вашими словами, никак иначе. Вот. И если захотите, то, соответственно, вы можете вложить ваше творчество прислать вашему руководителю. Но это по желанию. Можете прислать мне на коррективы, если вы что-то там сможете, ну, какие-то вопросы у вас появятся, я, соответственно, смогу посмотреть и что-то вас
прокомментировать. Вот, вот, в общем-то, все, наверное, пока на сегодняшний день. Все это нужно вам сделать до завтра, потому что завтра мы пойдем уже со следующими темами, со страхованием жизни, и там все гораздо сложнее. Так что скрипт у вас, даже если вы им пользоваться не будете через какое-то время, он у вас должен быть написан. Если он у вас написан, то вы не будете теряться при звонках. Идеально, если вы этот скрипт отладите на своих коллегах, поэтому позвоните вашему лучшему другу по работе и попросите прослушать то, что вы там написали. Если он скажет окей, значит все, значит молодцы, хороший у вас скрипт. Как сохранить копию этой лекции? Заходите завтра по этой же ссылке, и там есть кнопка Download. Вот. Слайды я выложу, пришлю всем список. Какие еще есть вопросы? Друзья, завтра мы будем начинать в 2 часа. Я, конечно, стараюсь уложиться в 2-2,5 часа, но информации много, поэтому максимум, который может быть, это 3 часа с одним перерывом. Так что ориентируйтесь где-то на это времени 2,5-3 часа, но мы будем начинать раньше, поэтому у вас будет не 11 вечера, а 10 вечера. Вот. Если вопросов нету, тогда всем огромное спасибо, кто сегодня был. И, соответственно, я со всеми прощаюсь. До завтра. Завтра приходите. Завтра в 2 часа на видике мы с вами встречаемся. Ссылку я вам отправлю сегодня, постараюсь на электронную почту. Спасибо. Все вам отправлю. Вот, так что все. До встречи. До завтра. До свидания. Желаю удачного вечером. Всего доброго.